Будьте любезны, меня не перебивать! Это меня сбивает, раздражает и мешает. Я вижу хуи какие-то летающие. Хуже сталинского следователя? Сергей Бунтман хуже сталинского следователя НКВД? Волнуй, ты просто не знаешь, чем много. Кто эта генеральская мразь, я спрашиваю? Почему ребята без броников и без касок бежали освобождать детей? Да, так может, да. Один раз решится? Что? Что? То, что я говорю, что? Я объясняю. Сколько раз здесь выступают все, кроме ЛДПР? Вы видите, что меньше всех ЛДПР? Сказал лидер ЛДПР, сидя в эфире «Эхо Москвы». Ну, ребята, ну это уже ну просто невозможно. Давайте вернемся. За что? Венедиктов, за что? За что, Леша? А вы на меня обиделись, я чувствую. Я вижу, обиделся, да, я обиделся. Это потом скажу. А зря. Я вот не обижаюсь на вас, когда вы меня поливаете там по носам с утра до вечера. Так вот и повторяю. Я буду задавать вопросы время от времени, извините. Скотина тупая. Чтобы понять, как что там вижу, с какой стороны там что. Ну да, допустим. Окей. Очки могу снять. Это Саша, наш продюсер. Очень приятно. Боря, Мила, Юра. Всем привет. Всем привет, я Таня. Давайте. Пойдем сразу давайте. По плану. Давайте. Вы когда впервые услышали словосочетание «Эхо Москвы»? «Эхо Москвы» я впервые услышал, когда уже явственно, почти перед тем, как я стал здесь работать, потому что как раз на моих глазах Корзун, мы же вместе работали в «Навещании» во французской редакции с Корзуном. И тогда Корзун ходил и вымучивал тогда все эти вещи. У нас всевозможные разрешения, учредителей. Тогда ведь сочинили закон Федотов, Батурин и Энтин. Гениальный закон. Его приняли весной, если я не ошибаюсь, 90-го года. Закон о печати для СССР. И он дал возможность организовывать и новые радиостанции, в частности, тоже. И вот думали, как ее назвать, но дело в том, что Корзун, когда ходил по инстанциям, и в одном из учредителей, в «Огоньке», он хотел назвать радио «М», назвать его просто «М». И что такое «М»? Ну и стали думать. «М», «М», «Эхо Москвы», нормально. Mm-hmm. Что «Эхо столицы». Хотелось бы, чтобы была Москва там где-нибудь. И Корзун говорил, ну вот же Москва, мы, нет, это может быть и метро, и что угодно, и тогда уже открыли «Макдональдс», уже в январе 90-го года, да что угодно может быть, «Эхо Москвы». Сергей Львович, ну, собственно, главный вопрос, как вы придумали «Эхо Москвы»? Да, вот думал и придумал, грех было не придумать. Ну, представьте, значит, 90-й год, 34 года, ноунейм, диктор и навещание гостелерадио. Коллеги-друзья, Саша Любимов, Влад Листьев, там, Дим Захаров, да, они уже в 87-м запустили, ну, вместе в одной комсомольской организации, они уже запустили «Взгляд». А я, ну, на им по-прежнему. Ну, чтобы было понятно, «Эхо Москвы» — это как радиостанция, как предприятие, да. Это совсем не моя заслуга. Почва была к этому готова. Это была ассоциация радио, один из учредителей. Ассоциация в кавычках радио. Uh-huh. Это было такое, получившее относительную независимость подразделение Министерства связи. Uh-huh. Вот, они нас приютили, у них была техника, у них была частота средневолновая.
Вот. У меня была концепция радио, как я его себе представлял. Вот мы и встретились где-то в начале мая, точно могу сказать, 90-го года. Понятно. Как придумывалась первая, вот как вы себе представляли эту радиостанцию? Вот вы начали работать, и что она из себя должна представлять? В принципе, что люди должны слышать 24 часа? Ну, речь шла тогда не о 24 часах, потому что вся частота была наша, благодаря связистам, да, но передачи включали на определенное время. Сколько сил у нас было? Первое время 2 часа шел канал. Ага. Вскоре стало 3 часа, вечерние, ага. С 19 до 22, соответственно, да. Ну и сил у нас было как бы немного, чтобы обеспечить вещание. Поэтому мы взяли вечерний прайм-тайм его, подключились к нему. Тем более, что многие работали из тех, кто сотрудничал с нами, и вечерком приходили к нам на огонек сделать программы. Сереж Бунтман и я неплохо представляли себе картину, как это вообще делается в нормальном эфире. Наши ориентиры — это французское радио. Поэтому представление о программах было, ну, не только теоретическое, но и практическое. Мы делали там же на французском языке такую программу. Это уже было довольно свободное время на и на вещание. Согласовывать особо не надо было постфактум, там, по аннотациям каким-то, потому что цензура была, реально mm-hmm. была. Отдел цензуры существовал до конца 91 года, в общем, на Госской радио. Но да, были послабления. Ветер перемен, если хотите. И он, и я начали делать свои передачи только после 85 года. Потому что до этого лучше было оставаться попкой дураком и вот всю эту чушь говорить как диктор. Вот у меня в бумажке написано там, вот и все. Там, как сам Леонид Ильич в анекдоте, да, я знаю, что это Индира Ганди, а у меня написано Маргарет Тэтчер. Вот, вот примерно так можно было скрываться и как-то так не принимать участие в разработке всего этого дела. А с 85 года мы стали делать свои передачи. И Сережа стал задумывать информационную программу на французском языке, для, но нормальную. Но нормальные, во-первых, чтобы комментарий не опережал новость, чтобы тебе сразу уже в новости не говорили, например, как всегда это было. Нельзя было сказать войска Соединенных Штатов во Вьетнаме. Американская военщина обязательно. Уже сразу окраска такая была дегтем. Вот. И не давать сначала оценку, а потом передавать информацию. Это первое. Второе, мы очень хотели, чтобы у нас было бестыковое радио. Это что значит? Потом. Сейчас скажу. Как это все происходило там на иновещании, вообще на всесоюзном радио тоже как-то происходило. Человек читает новости, читает какую-то передачу, читает в прямом эфире, отчитал, нажимает на кнопку, дает сигнал, что он отчитал. В это время в аппаратной сидит тетенька и вяжет. Тетенька, услышав зумер у себя, делает еще петлю, кладет вязание, встает. Вы считаете сейчас все эти секунды. Встает, потом идет и перещелкивает тумблер магнитофона. Во-во. И вот повисает такая вот штуковина. Слушай, Париж, слушай, это к тебе обращается Москва со словами сердечной дружбы, со словами привет. Вообще 90-й год, это год появления коммерческого и негосударственного радиовещания. Первые две радиостанции трудно назвать негосударственными поначалу, потому что все они выросли из гостелерадио СССР. Это радио «Ностальжи Москва», так называлось, и радио «Европа плюс Москва». И вышли они в один и тот же день. Это было 30 апреля 1990 года. Там была история, как бы битва за лидерство, кто будет первый эфир, впервые в эфире. И в итоге оказалось, что первым в эфир вышел я. Извините. Радио «Ностальжи». Круто. А, соответственно, «Европа плюс» вышла в эфир уже в 19 часов. Вы в новой истории радио в России, вы Гагарин. Да, да, и сам этого не осознавал практически 30 лет, и, в общем, да как-то и не до того было. Ну, было задание, надо выйти от редакции в эфир этой станции. Ну, вышел в эфир этой станции. И только потом начал понимать, в общем... Что сделал? Что же это я сотворил? Вы главный редактор. Да.
Кто был первый генеральный директор? Михаил Розенблат, техническая часть, он обеспечивал все функционирование вот этой, она там называлась радиовещательная станция «Эхо Москвы». Еще никаких ООО, никаких АО тогда не было, просто вот некое предприятие, радиовещательная станция «Эхо Москвы». Понятно. А кто все-таки вот в результате? Первые учредители? Четыре учредителя. Ассоциация радио, редакция журнала «Огонек», факультет журналистики МГУ и Моссовет. И каждый внес какие-то деньги. Вообще тогда смешные деньги стоило организовать. Главное, частота была. А ассоциация радио нам дала частоту 1206 кГц и дала помещение свое. Вот на месте знаменитого вот, так называемого сталинского рубильника на Никольской, ГЦУРС. И вот там Никольская 7. Вот в бывших там рядах за иконоспасского монастыря 1890 года постройки, мы там и поселились. Сначала была только студия, она же редакция. Потом у нас комнатенка была вот примерно такая, как это чуть-чуть подлиннее, была вся редакция. И монтажка как. Монтажка была как стеновой шкаф. Так вот, у нас единственный способ это дать указание 9-му центру на Гинску, чтобы они смогли с нами закоммутироваться и чтобы мы могли через них вещать. Давно мечтаю сделать ремонт в нашей квартире. Сделать такой дизайн, может быть, в скандинавском стиле. Превратить одну из комнат в домашнюю библиотеку. Это вообще мечта. Ну, кстати говоря, и проводку не мешало бы заменить. Но дальше листание картинок дело, к сожалению, не доходило. Потому что нет времени все это организовать, закупить, проконтролировать. И... времени и сейчас нет. Зато теперь есть «Угол» – онлайн-сервис по ремонту наших квартир. «Угол» превращает дизайнерские картинки из интернета в реальный, недорогой ремонт в вашей квартире. Как это работает? Вы выбираете одно из готовых дизайнерских решений. Выбор большой и бесплатный. За один день «Угол» перенесет выбранный дизайн на реальную планировку вашей квартиры и сделает наглядный 3D-тур, а также подготовит смету, чек-лист ремонта и шопинг-листы с мебелью и материалами, которые можно купить в крупных строительных и мебельных сетях города. И такой пакет обойдется вам всего 4990 рублей. Далее «Угол» может за вас организовать все работы, от закупок до генеральной уборки. А вы будете контролировать процессы прямо со своего смартфона через онлайн-систему «Угол. Умный ремонт». Кроме того, на связи с вами всегда будет персональный менеджер, а оплата будет списываться только после приема работы технадзором и вами лично. Переходите по ссылке в описании и воплотите ремонт своей мечты в реальность. Марин, вы когда впервые услышали словосочетание «Эхо Москвы»? Фух, я легко это могу вспомнить, потому что это было в совершенно таком необычном месте под названием «Дикторский холл» в Останкине. Я не была диктором Всесоюзного радио, но я работала там консультантом по русскому языку у дикторов. И меня спрашивают: слушай, ты не слышала такое «Эхо Москвы»? Там, представляешь, люди сидят совершенно спокойно, разговаривают, шутят, и даже если делают ошибки, то абсолютно спокойно эти ошибки отбивают. Ты себе можешь такое представить? Но надо сказать, что я не могла себе такого представить, потому что это было Всесоюзное радио. Это были люди, которые читали выверенные выпуски новостей, отцензурированные, на которых стояла печать. И сами они, естественно, ничего не писали и не говорили сами вслух ничего. Они читали тексты готовые.
Кто вас пригласил туда? Корзун. Как это было? Это был Корзун. Ну, на самом деле, к тому моменту я уже ушла со Всесоюзного радио, уже все это постепенно превращалось в такую труху. Я пошла делать новости на маленькие радиостанции. Было такое открытое радио. Работала на Радио России, тоже консультантом по русскому языку. И вдруг некое такое, какое-то движение началось. Кто-то из моих коллег сказал, вот можно попробоваться на «Эхе Москвы». Звоночек прозвенел второй раз. Я решила туда отправиться. Я пришла туда, и вот здесь я сразу могу сказать, что это был шок. Для меня это был такой, конечно, вариант невероятного дауншифтинга. То есть после вот этих коридоров Останкино, после там Всесоюзного радио на Пятницкой, вдруг я вижу маленькую комнату, где ходят какие-то странные люди в каких-то грязных свитерах, стоптанных кроссовках. Кипит какой-то чайник в углу, стоит вот такой металлический чайник, страшный. Все какое-то закопченное, комната одна. А чтобы читать новости, нужно спускаться по металлической лестнице в подвал. Это невероятно атмосферное было действительно место, где собирались все. Но вот представьте себе, что мы сейчас с вами сидим в этой комнате, и вот вся эта комната – это редакция радиостанции. Ну и нужно еще, значит, по лесенке бегать вниз. Я помню, наверное, это ужас каждого новостника, который бегает с выпуском новостей, естественно, в виде листочков, никаких же компьютеров, печатные машинки, телетайпные ленты, вот, и листочки. Как ты бежишь по этой лестнице, и вдруг ты роняешь этот выпуск, а тебе в студию, и ты собираешь, и ты слышишь эти позывные, и это потом кошмар, который переходит в твои сны новостника, как мы их называем. Алексей Алексеевич, когда вы впервые услышали словосочетание «Эхо Москвы»? Ну, я думаю, это был июль 90-го, когда Мунтман и Корзун, мои приятели, пытались построить нечто мне непонятное, какое-то там себе радио. Вот в разговорах, в пьянках они что-то говорили про свой этот безумный проект. Я это пропускал мимо ушей, естественно, не мой бизнес. Я все-таки школьный учитель, отличник народного образования, любимец учеников и районного начальства. Или радио, ну радио. Кто из вышеназванных, если это они, Корзун или Бунтман, уговаривали вас прийти сюда работать? Ну, никто не уговорил. Сережа Корзун мне предложил в конце августа, это было 24 августа, как сейчас помню, через два дня после того, как они открыли «Эхо», поскольку у меня каникулы еще, я свободен прийти провести с кем-нибудь интервью. Он мне сказал, ну ты школьный учитель, ты умеешь допрашивать. Я говорю, ну давай я позову начальницу московского образования. И позвал. Любовь Петровну Кизину, как сейчас помню. И провел первое интервью, это было 24-25 августа, учительский час. Ну, а потом мне сказали, ну, вот, а еще вот это, ну, еще неделя есть, а потом приезжай, выпей. Ну, так вот это не обязательно и затянулось. Вы 100 лет знакомы с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, так же, как и Корзун с ним знаком довольно-таки давно. Но все-таки момент приглашения и появления на «Эхо Москвы» Венедиктова. Ну, это было так естественно, потому что мы тогда, во-первых, у нас 875-я школа, где Алеша работал и где я вел театральную студию, это была кузница кадров, и первая вышла из этой кузницы кадров, самый первый сотрудник, по-моему, вообще «Эхо Москвы» — это Ольга Журавлева. Она окончила 10 класс тогда. Которая до сих пор работает. Ну, естественно, и слава богу, да, и звезда вообще. И вот она тогда была все, референт, ответственный секретарь редакции, там все, весь тыл прикрывала 18-летняя, еще и не было 18, кстати говоря, вот Ольга Журавлева. Но и, во-первых, с газетами управлялся Венедиктов потрясающе всегда. Он замечательно в этом, любой обзор печати он мог сделать. Он ведь 5 лет работал, пока учился на вечерке, он работал почтальоном. А так как это на юго-западе, и там все корреспондентские дома, то мы были фактически подписаны тогда на все издания, журналы. Там от, я не знаю, от «Ньюзвика» до «Плейбоя» были, и на все французское, и газета «Монт» у нас стояла, и лежали вот у него эти...
И, во-вторых, извините меня, интервью к 1 сентября нужно. Зав. Гурано, тогда еще Гурано, по-моему, было, а не департамент никакой. А Любовь Кезина, замечательная, кто у нее возьмет интервью? Кто, как не Венедиктов? И пошло, и поехало. Саша, как ты оказался на «Эхо Москвы»? Меня привел мой коллега по институту, мой приятель Дима Пинскер. Он учился чуть старше, мы познакомились с ним в газете «Менделеевец». Вот, я работал в газете «Менделеевец» до этого. Я везде в своих биографиях, если есть возможность, я пишу, что первое мое место работы – это газета «Менделеевец», химико-технологического университета. И он привел меня, я долго просился, на самом деле, хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь, подмастерьем каким-нибудь, там, подметать что-нибудь. На «Эхо» именно. Ну, интересно было, да. Хотя я особенно не слушал, у меня не было приемника до подходящего, который бы ловил хорошо средние волны, на которых она тогда была. А что тогда хотелось? Я много слышал о нем. И читал там последняя публикация перед приходом, я буквально прочитал дня за два или за три в газете «Московский комсомолец», вышла большая на разворот статья про «Эхо Москвы». Но и Дима как-то все манкировал, а потом однажды сказал: «А ты что делаешь?» Я говорю: «Ничего, у тебя решены ли вопросы с армией?» Я говорю: «Да». Он сказал: «Окей, приходи вечером попробоваться на новостника. Мне кажется, ты сможешь читать новости». Вот я с тех пор, как начал читать новости с того дня, я с тех пор не заканчивал ни разу. То есть тебя взяли сразу новости читать? Я с первого же раза, в первый же день я читал новости. Ну, это было там 4 утра, типа того. Вот. Но это записали на магнитокассету, отдали Сергею Александровичу Бунтману. Я сам не видел его реакции. Я слышал от моего коллеги Александра Клима, у которого я, собственно, стажировал. Большое ему за это спасибо. И он такой сказал: «Ну, Бунтман сказал... Ну, можно попробовать». Как-то он так изобразил, что я сразу увидел шевеление усов. Вот. Значит, уже тогда бывших весьма роскошными. Ну вот, собственно говоря, так я и попал на «Эхо». Таня, когда ты пришла работать на «Эхо Москвы»? Я училась в 10 классе, соответственно, мне было 16 лет. То есть ты даже была несовершеннолетняя? Да, эксплуатация детского труда – это вообще любимая история на «Эхо Москвы» была в свое время. Видимо, учительские корни Венедиктова таким образом проявляются. Но на самом деле, действительно, в свое время здесь тусовалась вся 875-я школа. Все выпускники, старшеклассники, двери были открыты, можно было прийти на практику, на стажировку, будучи школьником. Вот, например, Оля Журавлева, выпускница той же самой школы, и она тоже с молодых ногтей, да, на «Эхе». Так что эта школа вот и в прямом, и в переносном смысле... Кузница кадров. Это школа, да, это прям школа. И кем ты пришла работать? Мне очень повезло, потому что меня взяли на стажировку сразу службы информации. Это круто. Это круто, потому что служба новостей, я считаю, что это вообще лучшая служба по слаженности, по сложности работы, по координации, ну и потом это новости, это же ух. Тем более, что тогда количество новостей в эфире радиостанции «Эхо Москвы» было сильно больше. Были выпуски каждые 15 минут, и это было совершенно безумно и прекрасно, страшно, интересно, и прям мне... Это какой был год? Так, ну что же, это какой получается был? Типа 2001. Если вот людям, которые совсем не знают, кто такой Сергей Корзун, вот коротко объяснить, что это за человек, что вы им скажете? Это упорный, иногда занудный в своем упорстве, большой 192 сантиметра человек, вот, который даже на военной кафедре носил бороду, потому что он должен был на стажировку поехать, и он на военной кафедре сказал: «А вы знаете, я так снят на заграничный паспорт». Вот. Ну, что тут делать? А нельзя менять, пограничники там. Вот. Это упорный человек с очень своеобразным чувством юмора. И именно такой человек, который
который придумал, отстоял свою идею и очень ее выстроил, скрупулезный, невероятно. Человек, который скрупулезно выстраивал всю радиостанцию по секундам. Пришел к нам пламенный абсолютно публицист Андрей Черкизов, ныне покойный, к сожалению. Да. Пришел к нам после событий в Вильнюсе, услышал случайно. Пришел, я вам буду делать комментарии. 3 минуты, сказал Корс. А Андрей Александрович настроен на эпос у нас. И говорит, вот я написал, прочти. Вот я прочел. 15 минут получилось. 3 минуты, говорит Корс. А Черкизов страшно матерится, идет. Вот я прочитал. 7 минут. 3 минуты, говорит Корс. Прочитал еще раз. Ну вот, получилось, 3.15. Ну ладно, сойдет на первый раз, говорит Корс. То есть у него 3 минуты, это 3 минуты. И мне кажется, что такой был абсолютно нужен. И вот когда все наши были славные дела, когда там герои и так далее, путч 91-й, путч там 93-й, Корзун был абсолютно прав, когда тогда говорил, что мы сейчас вот будем ходить звездными. И у нас был лозунг висел, от руки написанный, висел «Бардак страшнее, чем Пуга». Пуга тогда вот министр, да, внутренних дел, путчист и так далее. «Бардак страшнее, чем Пуга» у нас висел. И это была правда, потому что мы в 92-м году мы сильно стали заваливаться, и в 94-м после второго путча. И надо было делать, организовывать, все вылизывать. Вот такой Корзун, это рассказ для этого самого, если в школе выступать. Когда я пришла туда, на Никольскую, и увидела его, он был там, ну, кем-то вроде короля. При этом, будучи совершенно, вот абсолютно человеком, который ничего для этого не делает. То есть он вел себя спокойно, никогда не повышал голоса. При этом, когда он входил в редакцию, все как-то так вытягивались. Вот. Не то чтобы замирали, вытягивались. И это был не страх, это было какое-то, ну, не знаю, почтение на уровне коленопреклонения. Да? Просто потому, что он мог буквально несколькими точными словами сразу обозначить, что требуется и что не требуется. Ну, голос. Голос – это важно, облик. И вот это вот воздействие на, так сказать, всех, кто работал в редакции. Но мне кажется, это было на самом деле до конца, до самого того момента, когда он ушел из главных редакторов. Вот это отношение, оно потом сохранялось и уже в новой редакции, на Новом Арбате, когда Корзун появлялся, все как-то выпрямляли спину. Мы познакомились в 75-м году с Корзуном. В этот день мы встречали товарища, не помню кого, из Вьетнама, студентами, стояли на улице с флагами. Я их не знал, но у нас был общий приятель Андрей Пападополос, он был мой школьный товарищ, их институтский. И потом он сказал, что давай пойдем выпьем ко мне. Но они пришли раньше, я пришел, мне дверь открыл двухметровый, значит, неизвестный мне человек. Это оказался позже Сергей Корзун, его первые слова были не здрасте, до свидания, мы уже все выпили, товарищ. Сказал он, но у меня с собой было. Мы все-таки педагоги будущие. А вот так мы познакомились. А так это были тогда голодные, веселые, злобные пацаны, прям как я, которые авантюристы. Это все была авантюра, конечно. Которые втянули меня, солидного человека, уже учителя, классного руководителя будущего, в авантюру эту. Вот так. Авантюристы. И остались такими же. То есть, если сегодня их характеризовать, это тоже авантюристы? Я думаю, что да. А ничего не изменилось. Объясните нашим зрителям из сегодняшнего дня, кто такой Сергей Бунтман? Сергей Бунтман – мой друг, который работал к моменту создания «Эхо Москвы» тоже в той же в дикторской службе редакции французского языка.
и которого я уговаривал, несмотря на его... Он противился, я уговаривал его пойти вот в эту авантюру, на которую я подписался. Уговорили в итоге? Уговорил. Уговорил в итоге, я сказал, будешь заниматься культурой, он собирался, по-моему, в режиссеры уйти куда-то, еще что-то. Ну, потому что, понятно, что надо было уходить из умирающей структуры, это естественно, да? Но я его уговорил, он взялся и отдал ему сразу всю культуру с облегчением, потому что, хотя при слове культура за пистолет я не хватаюсь, но, в общем, культурка, так, и культурка. Он стал первым замом. Сергей Бунтман был опорой, да, в этом смысле, одним из толпов. Сергей Бунтман, что за человек? О, Сергей Саныч, однажды я видела его, он пришел на работу, и он сбрил усы. Сложно себе представить. Я это увидела и сказала, вы почему на работу голые пришли? И это было для меня абсолютно шокирующим. Это как Грудинин сбрил усы. Вот. Сергей Саныч потрясающий, очень сложный, очень крутой, невероятно интересный. У него какая-то, вот он человек-вселенная, человек, который, мне кажется, вообще знает все. Для меня отдельное удовольствие, конечно, слушать, как Сергей Саныч рассказывает про футбол. Это песня, это чистое искусство, это просто мед. Но дело в том, что Тоттенхэм, во всяком случае, в своей атакующей части, чудесная команда, в которой, мне кажется, только подвернуть надо было что-то. Вот но подкрутить. И он, видно, что он сам получает от этого удовольствие. Я обожаю. И с ним очень интересно. Еще я люблю подсматривать, когда есть какая-нибудь встреча или там эфир, он все время рисует. Я люблю подсматривать одним глазом, что он рисует. Я слушаю вот это вот «Будем наблюдать» и слышу этот... Грифель. Грифель. Думаю, блин, что там Венедиктов, что ли, рисует? Нет. Сергей Александрович потрясающе рисует. Потрясающе рисует. Любой, если у него есть рядом лист бумаги, он сразу начинает рисовать. Потрясающе рисует. Если объяснить зрителю, тому, кто не знает, мало, конечно, кто не знает, но все-таки... Так же, как с Корзуном. Алексей Венедиктов. Кто это? Алексей Венедиктов. Чрезвычайно начитанный, чрезвычайно такой бурный, с абсолютно быстро интуитивно считающим умом. Невозможный переговорщик. Просто невозможный для того, с кем он переговаривается и кто его хочет чем-нибудь убедить. Абсолютно невозможный. Это человек, который был замечательный учитель, всегда был. Замечательный организатор, всегда был. Вот такой. Очень бурный человек, очень страстный человек, очень самолюбивый человек. Но при этом, честно говоря, я никакой подлянки от него никогда не видел. Я бы сказал так, что он талантливый руководитель. Он постоянно учится руководить. До сих пор? Да. Да, он постоянно учится руководить. И даже несмотря на то, что ему иногда кажется, что он уже научился, потом он сам в этом не разочаровывается, а как это сказать, он сам понимает, что он чего-то еще не доучился, доучивается, ну, надо признать, доучивается, и продолжает. И я бы так сказал, что это один из очень влиятельных людей в стране, один из очень информированных людей в стране, ну и человек, который делает одно из, не одно из, а, пожалуй, самое уникальное, наверное, на сегодня средство массовой информации в России. Почему ты называешь его самым уникальным? Ну, потому что оно очень многоликое, оно несет в себе огромное количество и рудиментов старых СМИ, и даже советских СМИ, и даже, ну, и СМИ, которые были и перестроечных. Оно вот впитало все. «Эхо Москвы» — это такой культурный слой, в котором отразилось все от, значит, реликтов каких-то, да, залежей древних, да, и до каких-то суперсовременных
течение и тенденции, которые, правда, конечно же, наслаиваются очень медленно, как им и положено. И поэтому все думают, что, ну, как-то принято считать, что «Эхо Москвы» немножко старомодное. Вот. Но в нем, вот оно из-за этого сочетания, ну, еще понятно, что в условиях нашей страны, в условиях цензуры государственной, сохранять возможность здесь сказать то, что здесь говорится каждый день, это, в общем, большое искусство. Вот. И, наверное, большая заслуга Венедиктова в том числе. Алексей появился на станции через несколько дней после начала. Тоже основополагающий человек в этой истории. Не спросили, но если спросите, кто еще, это, конечно же, появившийся чуть позже Сергей Фонтон. Служба новостей. Служба новостей. Вот его, по-моему, я назначил первым замом, потому что таким было его условие перехода с «Маяка». Ну, хочешь первым, первый нулевой зам не имеет никакого значения, тогда это все было легко как-то и небрежно, тем больше никаких особых не накладывало. Вот он пришел с «Маяка», это случилось где-то в начале осени, наверное. Ну, я думаю, атмосфера тут вот в комнате сама за себя говорит. Третьи сутки мы работаем в экстремальных, в общем, условиях. Хотя экстремальные сами по себе эти условия. Одна комната, маленькая студия, почти никакой техники. То есть он пришел тоже с такой радийной школой. Он пришел туда, и он вот, собственно, запустил информационную службу, все ее основные принципы. И что удивительно, они держались все это время. И насколько я, вот сейчас иногда я там слушаю новости, я понимаю, что что-то могло измениться до неузнаваемости, но вот то, что касается службы новостей, вот там по-прежнему держатся все те же самые принципы устройства, которые были заложены с самого начала. Так, а после него кто возглавил службу информации? После кого? После Фонтона. А, после Фонтона, собственно говоря, кто у нас был директором? А, ну, Венедиктов. Он службу информации возглавил. Да, это уже было при мне. Это уже было при мне. Это был год, наверное, 95-й, когда нужно было кого-то назначить директором службы информации. Честно скажу, что когда я приходила, у Корзана были ко мне всякие разговоры и предложения о том, что не стать ли мне директором службы информации. Я говорила, посмотрим, посмотрим, поговорим, поговорим, я пока поработаю ведущей новостей. И через какое-то время я поняла, что нет, я этого не хочу. Потому что, если честно, вот если вспомнить то самое «Эхо», это же было, ну, удивительное на самом деле образование. Вот. Это все напоминало пиратский корабль такой. Я не могу сказать, что меня там приняли легко и с распростертыми объятиями в той же самой службе информации. Я входила очень трудно, прошла на себе, как мне кажется, все приемы дедовщины. Это же такое было? Ну, это нормально для «Эхо». Это для «Эхо» нормально. Да, да, да. Дедовщины, когда тебе говорят, что нет, ты вот не сможешь работать с информационником. Я помню, что несколько раз плакала, выходя со смены. Но почему-то не ушла. Вот не смогла уйти. Единственное, что я для себя поняла, что я не хочу вот этот пиратский корабль и даже какой-то трюм на этом пиратском корабле вот сейчас, по крайней мере, возглавлять и становиться его начальником. Я хочу поработать обычной ведущей новостей. Ну, а потом через какое-то время появилась идея другой программы, которая была связана с русским языком, но это было сильно-сильно спустя. Это было уже, да. Я впервые выступал, собственно, со своими новостями в эфире Александра Лаэртского, невероятно великого Александра Лаэртского, которого я слушал в студенческом возрасте с магнитокассет. Вот он передо мной. Я был свидетелем самого потрясающего эфира на «Эхе Москвы», ночного эфира Саши Лаэртского с Эриком Курмангалиевым. Он стал абсолютно легендарным, 100% легендарным, потому что Эрик был, царствие небесное, он был, мне кажется, под воздействием каких-то веществ. Вот, и, а ночью можно было, в общем, многое, в отличие от нынешнего.
сейчас-то вообще никогда нельзя, тогда можно было хотя бы ночью. Вот вид со сцены на Большой театр, он впечатляет, вот если выйти на сцену... Ну, хуйня полная. То есть вообще никак не нравится, да? Ну что, я предлагаю послушать музыкальный фрагмент, записанный вами. Мальчик, куда пошел? И, в общем, ночью люди-то матерились, и все, что хотели, делали в эфире. Ну вот, и все такое. И, в общем, при моем появлении, когда приходил в студию с новостями, он все время говорил: «Ой, к нам мужчинка пришел». Вот. Ну, я это слышал с эфира, я это не видел сам, но я слышал с эфира, потому что, когда ночью новостник работает, у него часто включен эфир. Я слышал это, и я не поверил своим ушам, что это... Ну, в какой-то момент они что-то говорили, вдруг он прерывается такой и говорит: «Ой, у вас тут вся студия хуями обвешана». Вот. И это был самый, ну, один из самых потрясающих. То есть, конечно, наверное, можно там вспомнить еще эфир с Геращенко, еще с кем-нибудь, наверняка. Не только матерные, конечно, были великими, но тем не менее. Вот, да нет, было очень много. Был Кашпур Гулько-Кравинский, у них замечательные эфиры были. Были Матвей Гонопольского. Ну, собственно, я пришел, когда был... Уже даже не то чтобы расцвет, а закат первой инкарнации Бомонда, был закат. Ну, а Бомонд есть... выходил на «Эхо Москвы»? Конечно, конечно. Собственно, из-за чего все узнали «Эхо Москвы»? Все думают, что его узнали из-за Пуча. Да Дудки. Пуч – это безусловно. Тут мы ставим в стороне, люди ходили с приемами, все мы это знаем, все это канонично. Но на самом деле для широкой публики, которая смотрела телевизор, все-таки, ну, все распространялось через, все абсолютно распространялось через телевизор. Для широкой публики «Эхо Москвы» вот этот знаменитый логотип, которого давным-давно никто не помнит, с буквой «М» вот этот, он тоже не помнишь. Вот, значит, вот этот логотип, он стал известен благодаря Матвею Юрьевичу, который сидел в кепке и вел Бомонд. Он был очень нетипичным. Во-первых, нетипичный был антураж студии, да, для советского телевидения был нетипичный. А во-вторых, он сам был очень нетипичный, потому что он, во-первых, не очень смотрелся как телеведущий. Потом он станет в бабочке. А тут он сидел в какой-то майке, значит, задри... Не помню в чем. В общем, точно в бейсболке абсолютно. Давай поиграем, не надо Давай. Ничего играть. Блондинка... двухметрового роста, ноги да. от шеи. Да. Пожалуйста, исполняй. Хорошо, пожалуйста. Это от тебя зависит. Я блондинка, посмотри. Я блондинка. Я только что была у Сережи Зверева. Это он меня так покрасил. Он сказал, тебе очень идет быть блондинкой. Видишь? Хорошо? Длинные волосы мне идут? Не идут. Посмотри. Волосы? Хорошо, волосы. Я поверил в волосы. Да. А ноги? Он там любил наезжать на гостей, еще что-то. Он как-то был фриволен абсолютно. При этом он же ужасно энергетичный человек. И он приковывает к себе внимание. Такой взгляд такой, вау. Вот. И стал известен Гонопольский, он потащил за собой «Эхо Москвы» в том числе. Вот все мое окружение абсолютно людей не политичных, то есть аполитичных, да, политичные люди узнали, значит, политически заинтересованные люди узнали через там Пуч и все прочие дела, а люди, которые далекие от политики, вот через это. И когда я маме, например, сказал, что я буду работать на «Эхе Москвы», она абсолютно как бы индифферентно отреагировала. Зато потом через довольно протяженное время, я не помню, через несколько месяцев, может быть, даже год-два, она спросила: «Слушай, а ты вместе с Гнопольским работаешь?» Вот это было очень значимо. «Утро с Матвеем Гонопольским», которое вы вели довольно-таки долго. Да, мне кажется, никто с Матвеем Юрьевичем не проработал в утреннем эфире так долго, Почему? Как я. Почему? Так звезды, наверное, сошлись. Ну, плюс, сейчас без ложной скромности, у меня есть супернавык. Я могу сработаться в эфире с кем угодно. Не, а что он такой, этот самый, сложный партнер? С Матвеем сложно вести эфир. Ну, объясни, да. Расскажи, почему. Ну, вот ты сидишь в студии, ты готовишься к эфиру? Готовишься. Ну, давай, я смотрю твои интервью. Конечно, ты готовишься к эфиру. Ну, а представь, что у тебя прямой эфир. У тебя прямой эфир. И тебе надо к нему как-то подготовиться. У тебя есть партнер. И это парный конферанс, я прошу прощения. И твой партнер говорит: у меня для тебя сюрприз. И ты не знаешь, что у тебя будет происходить в эфире. Ну, это ж круто. Это круто один раз. А теперь представь, что это каждый день по несколько часов. Ты каждый раз на измене сидишь в эфире, ты не знаешь, что произойдет. Это стресс, ну, прямой эфир и так стресс,
А тут еще вот... Но при этом Матвей великий шоумен, великий. И у него надо было постоянно учиться. И в этом плане, конечно, ну, он во многом сделал меня тем утренним ведущим, который я сейчас есть. Потому что без этой школы, наверное, ничего бы такого не было. Я сейчас могу несколько часов подряд, вообще без подготовки, без всего, о чем угодно, с любыми сюрпризами, вообще, просто это без проблем. Это благодаря ему, потому что он мне выдал все ловушки, которые только могут быть. А ты помнишь самый стрёмный эфир ваш с ним утренний? Вот стоп, да. Блин, какой, да, расскажи. Конечно, да, ты представляешь, какая для меня это одновременно школа и травма. Однажды у нас была такая рубрика «Бунт Харьков», и она была гениальная. Она была гениальная. Ну, еще раз, я не устану повторять, что Матвей гениальный. Он придумал эту рубрику «Бунт Харьков», когда мы из прямого эфира без предупреждения звонили всяким, значит, чиновникам и требовали от них ответа, почему они такие твари. По конкретным кейсам это было потрясающе круто, потому что, ну, в то время было проще дозвониться, первое. А второе, не было таких железных занавесов из пресс-служб. Вот. Но, к сожалению, продолжалось это недолго, потому что все-таки сарафанное радио чиновников, оно, видимо, работает, и в какой-то момент все просто, все такие, мы на совещании, мы работаем над этим, мы уже решаем, но сейчас совещание. То есть, как бы, спустя какое-то время чиновники сообразили, что вот, ну, как бы, либо ты выключаешь телефон, либо ты сразу отвечаешь, я сдаюсь, я... А вы звонили не только по Москве, но еще и в регионы. Да. Мы как бедные чиновники, мы третировали всех. Ну вот, и какую-то мы проблему такую обсуждали, и на следующие, там, спустя какое-то время, потому что это было письмо, я помню, такое рукописное по почте пришедшее, какой-то слушатель отреагировал и очень как-то негативно отреагировал на проблему, которую мы пытались решить, и в довольно грубой форме Матвею в своем письме высказал свое отношение. В бумажном письме? В бумажном письме, да. Мы до сих пор получаем бумажные письма. Это нормально. У меня был одно время какой-то суперслушатель, который прислал мне открытки, где было написано каждое слово, в котором я неправильно поставила ударение. Это нормально. Наши мы люди. Мы так работаем. Наши люди. Как бы. До тех пор, пока они не приходят в редакцию с ножом, все в порядке. Пусть лучше пишут открытки. Вот. И Матвей взял это письмо и не просто его прочитал, а решил прочитать его второй раз в эфире. И ладно бы он его просто прочитал. Но потом Матвея понесло, потому что он, как человек очень эмоциональный, он разгоняется, и в принципе его может остановить только пришедший ведущий новостей со словами «Извините, у меня сейчас выпуск». Вот. А что там было? И Матвей начал реально просто кричать в микрофон. «Умри! Сделай так, чтобы тебя не стало! Уйди с этой земли! Я прошу тебя!» И я сижу, думаю, что происходит в нашем эфире прямо сейчас? Он реально сейчас орал в микрофон. Да, это было просто... Я до сих пор... У нас такой внутренний мемчик, если что, я говорю, ты сделай так, чтобы тебя не стало. Все, уйди с этой земли. Где второй глаз? Я его спрятал. Радио «Эхо Москвы». Часов. Столица. У микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Эхо». И вот... Вы помните момент, начиная с того момента, когда вы стали работать на радиостанции, приходить? Когда вы для себя четко осознали, что, блин, это чрезвычайно какая-то влиятельная штука «Эхо Москвы». Смотрите, как человек с историческим образованием, я понимал, какую роль мы сыграли уже в январе 91-го года во время вильнюсских событий, потому что все слушали «Эхо».
в августе 91-го, в октябре 93-го, во время «Черного вторника» в 94-м году, когда на нас ругался Черномырдин. Ни на кого не ругался, только на нас. Все сообщали, ругался он на «Эхо». Почему? Потому что в машине слушал «Эхо». Но это, знаете, никогда у меня не было такого пафоса, и сейчас нет. Мы часть ландшафта, часть жизни людей, которые нас слушают. Да, среди этих людей есть люди, принимающие решения, в том числе первые лица. Но мы не часть ландшафта для тех людей, которые нас не слушают. Во мне нет ни этого пафоса, ни какой-то миссии, ничего. Это была работа. Может быть, в этом как раз величие Сергея Корзуна, на мой взгляд, в том, что он задал это не как миссию, как некую новацию, а как работу. Тяжелая работа, таскание кирпичей, профессиональная работа. Я получил первый и единственный выговор от Корзуна, не работая на «Эхе», повторяю, когда в 91-м году я вывел из Белого дома Хасбулатова и не вывел никого из ГКЧП. Я ему говорю, я не могу разорваться, я в Белом доме. Ты отвечаешь. Я получил письменный выговор, что у меня была только одна сторона. Потому что это работа. Главному плевать, да, на ресурсы, которые ты тратишь. Он говорит, у тебя, и он меня этому научил, у тебя слушатели, они должны получать продукт. А ты, сволочь такая, принес половину продукта. Иди ищи. И уже в 93-м году, пометуя об этом, да, и опять-таки, я вывел тогда Рудского из Белого дома, а потом Чубайса со Старой площади. Чубайса или Черномырдина, не помню. Ну, обоих. И очень этим гордился. К этому отнеслись так здесь. Ну, это нормальная работа. Вот это правильно. Вот чему научил меня Корзун. Профессионализм в этой истории. И я продолжаю эту историю требовать от своих журналистов. И недавно с Михаилом Шнейдером вспоминали как раз историю закрытого эфира в первый день путча. Михаил Шнейдер работал тогда или в Моссовете, или еще где-то. Ну, в общем, такой фигурой. Он уж был, наверное, у нас в эфире до этого и прочее. И когда он позвонил, сказал, что вот в город ввели танки, позовите людей на улице, сказал он. Я сказал, Миш, звать мы никого не будем. Хочешь, вот тебе эфир по телефону, выведу тебя, ты позовешь на улице. Мы будем это комментировать и обсуждать. Точно так же позовем ГКЧПистов, которые там, и так далее. В этом смысле журналист не действующее лицо политики. Это ему противопоказано, на мой взгляд, и по всем моим убеждениям. Да? А он предоставляет слово разным сторонам. Да, вот этим «Эхо Москвы» было сильно и до сих пор, по-моему, осталось, о том, что тем, что никаких призывов. 93-й год. Гайдар зовет всех на улице, он политический деятель, мы это передаем. Приезжает в эфир Саша Любимов и говорит, что сидите дома, пейте вино, обнимайте своих подруг, разберутся без нас. Чума на оба эти дома. Мнение? Мнение. Но журналистам я этого, тем, кто работал на «Эхо Москвы», я этого совершенно не позволял. Роль журналиста — найти и дать через экспертов внятные и самые лучшие на этот момент объяснения того, что происходит. В данном случае в 93-м объяснением было как раз дать высказаться и Гайдару, и Саше Любимову, да, и обсудить все это с другим кругом экспертов. Решает всегда аудитория, кого-то вот убедить, там, позвать — это последнее дело. И в этом смысле нехта, конечно, белорусская — это не СМИ, они сами это признают, это не журналистская работа, это работа активистская, политическая работа. Да. Вспоминает, что был знаменитый такой, как бы знаменитая такая бумага, которая висела на «Эхо Москвы», «Бардак страшнее пуга». Да. Это вы придумали? Нет, это не я придумал, это поверит без меня, там было кому придумывать, да. Я сам посмеялся этому. Это как раз после путча, когда выяснилось, что наша крошечная комната завалена просто по уши, и там ничего нельзя найти. И все, ну, все же с бумажки в основном читали, там даже устно, все равно какие-то там документы эти есть. Вот. И все это в крошечной комнатке выросло до небес. Не, это точно не я, но я постфактум поддержал и поддерживаю всегда. Был ли такой момент, когда вы вдруг
четко поняли для себя, вот мысль посетила вашу голову впервые, что, блин, «Эхо Москвы» — это что-то важное не только для вас и ваших товарищей, но и для огромного количества людей. Был, конечно, это тоже описано давно. Это январь 91-го года, это событие в Вильнюсе, в первую очередь, когда ОМОН атаковал телевизионную вышку. Да, у нас там, по счастью, были знакомые. Сережу Бунтману позвонили в ночь, не помню уже какое число сейчас, и он сказал, что будем делать. И мы с утра встретились втроем, как раз с Венедиктовым и с Бунтманом. Где-то сели, посмотрели, что происходит. Ни одна радиостанция об этом не говорит, ни одна газета об этом не пишет. Короче, информации вообще об этом нет. А у нас вещательного времени нет, мы должны в 7 часов вечера начать. Но для нас было как-то настолько очевидно, что надо выходить в эфир и об этом говорить, что я разбудил вот Мишу Розенблата, он же и наш директор, он же и начальник там был на Октябрьском поле. Я говорю, включай передатчик. Он говорит, точно уверен, нужно? Я говорю, точно уверен, нужно. Он отговаривал безумно долго. Сережа об этом не знал, потому что он, Сережа ему сказал, он думал меня уговорить. Просто я уже сел в эфир. К 9 часам, говорит, да зачем это надо, зачем мы сейчас будем освещать эти события, зачем это, вот нам же жить да жить еще у нас будет. Но как-то не очень убедительно он говорил, и для себя тоже, потому что он сам был абсолютно уверен, что надо вещать. И после этой речи он спрашивает у меня, что будем делать, я говорю, ну даем тон, звони на передатчик, пускай дают тон, и мы в 9 выйдем. И мы вышли, и мы с 9 до 23 вещали. И это были действительно Корзун, причем попросил свою жену сказать на ностальгии, так сказать, еще, и где-нибудь еще сказать, что вот сейчас, как странно, «Эхо Москвы» заработало с утра. И там у нас приходили, как Галина Васильевна прямо с Красной площади, когда была демонстрация Старовойтова, пришла. И когда, как депутаты выходили тогда на демонстрации? Депутаты выходили, оцепляя мирных граждан от милиции, чтобы их не тронули, и со значками на зимних пальто, круто, да, чтобы все видели. И это был, конечно, самый патетический день. Это был абсолютно патетический день. Пульт у нас чуть не расплавился. У нас был замечательный ламповый, военный ламповый пульт. То ли метель, то ли еще чего-то какое-то такое у него было. И на нем действительно можно было там жарить яичницу уже к концу дня. Круто. Вот это было, вот тогда мы начали понимать, что вот это что-то значит не только для нас, не комнатная радиостанция. То есть вот в тот самый момент это было не чувство, что ого-го, а вот мы, наверное, впервые почувствовали. И по реакции слушателей, эфир всегда был открыт для звонков, и по тому, что сразу после этого стали звонить приятные нам интеллигентные люди московские, проситься на работу или вообще сидеть, посмотреть, как что. Кстати, Андрей Черкизов после этого пришел. И... Прилетело вам за Вильнюс? Ну, прилетело, писать стали. Газета «Пульс Тушина» такая была, черносотенная. «Пульс Тушина»? «Пульс Тушина», да. Отличная черносотенная газета. Там вот впервые, по-моему, прозвучало в 100 метрах от Кремля вражеский голос, который там... А я слышал, что такую, как бы, ну, с иронией, видимо, Горбачев такую фразу произнес. А что это, говорит, у нас за вражеская радиостанция рядом с Кремлем? Ну, легенд много, не скажу, какие из них действуют, какие нет, но публикации точно были по этому поводу. Не так много, но, поверьте, когда вы начинаете какое-то дело, и вас никто не знает, любая публикация ценна. Правда, абсолютно. На это мы просто вот вывесили на всеобщее обозрение. Это первая наша была медаль за вещание. Потому что вещание, ну вообще журналистика, она же не должна просто информировать. Она должна спорить, вскрывать язвы своим студентам-журналистам. То же самое говорю. Алексей Алексеевич, как родилась мысль с тем, что радиостанция должна принадлежать Владимиру Гусинскому? Это было 94-й год, это было до меня.
То есть я участвовал в разговорах, но я не был даже, по-моему, я не был главой информационной службы даже. Ну, вот эта тройка была. И, значит, пришел генеральный, сказал, нам нужны деньги для инвестиций. А кто был генеральным? Юра Федутинов. Уже, да? Да. У нас нет денег на передатчик, у нас сыпется оборудование, у нас зарплаты стремятся к нулю, мы не можем платить там какие-то страховые взносы. Нужно продаться. Значит, у нас было два варианта в конце. Юра с ними пришел. Были чикагские банкиры Вайнера и были какие-то российские. Юра вел переговоры, Федутинов, олигархи, в конечном итоге Гусинский, который в это время начал заниматься медиа. И, соответственно, он сказал, что Вайнеры готовы дать большие деньги, там, миллионы, но требуют права назначения главного редактора. А Гусинскому похрену, кто главный редактор. Ну, дает меньше денег. Ни хрена себе, сказали мы. Только надо в уставе забить, что главный редактор у нас избирается. А то, мало ли, этому жирному коту, мы же его не знали, придет в голову, потом перемениться. И мы забили. Сидели, придумывали конструкцию, чтобы акционеры не могли назначить главного редактора. Они могли его сместить, могли согласиться, не согласиться, но назначить не могли. Сделали устав, приняли его. И Юра и Корзун пошли переговариваться с Гусинским или Сергеем Зверевым, который представлял Гусинского. Вот было у нас до, скажем, 94-95 годов, у нас было время полное какое-то такое. Вот. Мы сами себе хозяева, хотя там какой-то момент председателем совета директоров у нас был Гарри Каспаров. Это в каком году? 94-й, по-моему, 93-й, 94-й. А он вложился туда, когда мы акционировались. Он купил вложился. Часть акций? Да. Он вложился и был у нас председатель совета директоров. Мы искали инвестора, и мы там к каким-то американцам обращались. Ну, американцы, ребята, хорошие, замечательные. Сразу сказали, значит, это все будет не так. Здесь у нас будет столько музыки, здесь то будет, вся переформатирование. Нет, спасибо, товарищи американцы, все, до свидания. Большое вам спасибо. А потом нам сказали, вот очень многие коллеги сказали, что вот когда поехала газета «Сегодня», потом намечался НТВ, и как-то так все это, почему бы радио Гусинскому не приобрести? И, в общем-то, мы ему всучили наше радио, и он купил и сказал, радио он не интересовался, пока не начали грохать НТВ. Радио была такая далекая периферия. Я знаю, что окружение Гусинского чрезвычайно не хотело нашу радиостанцию. Она говорила ему, они неуправляемые. Ну, Володя же, он человек такой, знаете, у него кличка Худрук, художественный руководитель, он же театральный режиссер по образованию. Я справлюсь. И купил пакет. Причем у него, по-моему, сначала даже не было контроля. У нас где-то 30% было у Гарри Каспарова. Он выкупил, который тоже инвестировал еще до Гуся. Он выкупил у Гарри, и таким образом у него стал контрольный пакет. А Каспарову этого зачем надо было вообще? Ну, он понимал, Гарри уже тогда понимал, что мы не подконтрольные медиа никому. Гарри с его либертарианскими идеями свободы, как я понимаю, опять же, это были переговоры Корзуна, а не мои, это было там до того, как я стал главным руководителем и акционером. А он так решил, что вот свободная станция очень нужна, дал денег, по-моему, на передатчик. Первый вот. Не просто дал денег, купил треть акций. По-моему, так. Но повторяю, это все где-то там было. У меня тут 11 класс должен экзамены сдавать, а тут они что-то переговариваются. У меня там класс на выходе. Это же главная проблема на самом деле. Потому что я не очень вникал. Вот защита главного редактора, вот мы сидели и писали сначала не юридически такую процедуру уставную, потом юристы посмотрели, потом Гусинский с ней согласился, и потом ребята продали пакет акций. Мне нечего было продавать, я не был акционером тогда. Кстати говоря, 94-й год – самое мутное время. Мутное. Мутное время и по заработкам, и по деньгам, и передатчика у нас не было. Это вообще мутное время, как оказалось, что это все вот-вот может прекратиться, эхо Москвы. Оно не только в политическом смысле. Мутное. В 93-м мы поняли, что у нас нет ни одного мобильного телефона или радиотелефона, которые же были в то время. И возвращаясь к 93-му, у меня была единственная машина на тот момент, разбитая «Жигули».
Я возил ребят по точкам. И стоял руки на крышу в московской этой обстановке. Приезжал в Останкино, привозил туда корреспондента. После этого, значит, ехал и искал, где там на улице Королева, для москвичей понятно, где есть работающий телефон-автомат. Первый не работает, второй не работает. Обнаружил вроде два автомата, рядом работают, близко к проспекту Мира. Я, значит, возвращаюсь назад, отдаю запас 15-копеечных монет нашему корреспонденту. Говорю, если что, беги, вот, значит, метров 500 тебе до ближайшего автомата, и сообщают туда. Вот так работали, да? Вот вы уже сказали, собственно, вот эти тяжелые финансовые времена. Вот до Гусинского, еще хочу, до Гусинского. Да. Как менялась конструкция учредителей? Владельцев «Эхо». Вот от основания до Гусинского. Да особо ничего интересного. Четыре основателя формально. Когда образовывалось акционерное общество, кто-то отпал. Врать уже не буду, потому что я не занимался этими делами. Ну, наверное, 93-й где-то год. Угу. Часть акций, которые нам выделили, распределяли по трудовому вкладу в коллектив. А Гарри Каспаров? Гарри Каспаров, по-моему, чуть позже появился. Ну, или в то же самое время. Да, Гарри Каспаров пришел с деньгами, с предложением. Но я помню, что часть вот эту, которая редакционный коллектив, я не лез в эти дела, и директором был уже тогда наш общий знакомый, тоже по французской редакции, Юрий Юрьевич Федутинов. Mm-hmm. Вот он пришел сначала финансовым директором, потом Розенблат ему как бы отдал эти дела, потому что у него свои связистские были. Да, типа разбирайтесь уже сами дальше. Вот, и акции мы делили на всех, соответственно, стажу работы и трудовому вкладу. У меня был самый крупный пакет, 44 акции, как сейчас помню, что составляло в сумме примерно 1.5% акционерного капитала «Эхо Москвы». То есть у остальных меньше. Понятно. Это потом уже этот пакет общий, он как-то преобразовался. Ну, там дальше много всяких историй было. Гусинский на вас какое впечатление вообще производил? Я его видел раза два или три. Артистичен, красив. Новый русский типичный. Какой вопрос? Сколько нужно? 5 миллионов сейчас есть, в тумбочке нету, сейчас я из кабинета звоню, да. При этом ничего не происходило дальше. Да. У меня уже режиссерское образование, наверное. Ага. Не, ну происходило, деньги они вложили. У меня лично, как у основателя «Эхо», к Гусинскому претензий никаких. Все, что они собирались, они выполнили. Да? Понятно. В 96-м году, пожалуйста. Гусинский. Да. Хорошая история, ее не так часто, хотя и описывали, наверное. Взаимоотношения «Эхо» и «Моста», насколько это важно, насколько неуправляемая была вот система, ну, по-хорошему неуправляемая система редакционная. Значит, договорились мы, подписывается уже договор окончательный, впереди перспектива, 94-й год, да, осень, наверное. А в группе «Мост» работает небезызвестный Филипп Бобков. Да, генерал КГБ. Отвечавший еще за вот как раз диссидентов. Все это диссидентов и так далее. Ну, наверное, понятно, почему группа «Мост» его взяла, но сердце Андрея Черкизова особенно, в общем, выдержать этого не могло никак. И в день после подписания договора Андрюша Черкизов выпускает свои три минуты. Знаменитые. Про Филиппа Бобкова. Где все говорит открытым текстом, что он об этом думает. Там на следующий день или через день приезжает Сереж Зверев, там так садится грустными глазами, смотрит на меня и говорит, что это было? Я понимаю, что, конечно, вышел неудобняк, но лучшая защита — это нападение. Я говорю, Сереж, а что ты хотел? Ты купил уникальный журналистский коллектив. Теперь терпи и затирай то, что можешь затирать по этому поводу. Так и будет. Ну, собственно, так оно и было. Говорят, что до того, как не начались проблемы с НТВ, ну, Гусинский так себе вмешивался в дела радиостанции, не очень придавал вообще всему этому значения. Да он вообще не слушал ни хрена. Это счастье было иметь такого акционера, но по радио. Да. У меня был случай, я уже главный редактор, год 98-99, я еду, мне звонит Гусинский. Ну, были у нас уже у главных редакторов такие большие мобильные, он купил, вложился, все. Моторола. Да.
И он, значит, это что-то ля-ля, привет, ты где? Я говорю, еду по Москве. Говорит, я тоже, что новенького? Любимый вопрос. А в это время начинается программа «Эхо» по радио. В машине я слушаю. И я с опозданием на 10 секунд пересказываю ему вот то, что звучит по радио, в телефон. Он слушает, слушает, он едет в машине. Говорит, как ты много знаешь? А это «Эхо» идет. Включи «Эхо» и посмотри. Акционер Фигов. Не, он вообще тогда «Эхом» не интересовался, свобода рук была полная. За время там, ну вот, как я был главным редактором с 98 по 2000 при нем, да, вот мне он не звонил по этому ни разу. Он звонил, я помню, Корзуну, когда на следующий день после того, как он купил акции, там Черкизов обрушился на него. Или не на него, а на кого-то из его, не помню, на Бобкова, по-моему, который у него работал, бывшего первого зама КГБ, генерала армии. Он попытался позвонить однажды в редакционную, в информационную службу, где взял телефон, не знаю, на что ему обученный мной сотрудник, мелкий сотрудник, сказал, у вас телефон Алексея Алексеевича есть или вам дать? Он мне не перезвонил, он понимал, что это бесполезно. Мне рассказывали люди, которые были свидетелями ваших, ну, таких бурных выяснений отношений там в офисе моста с Гусинским. Часто это случалось? Да. По каким поводам? По любым. По любым поводам. Он, например, очень хорошо, несмотря на что, относился к Явлинскому. Я всегда считал, что у Явлинского нет никаких шансов, но он должен иметь равное время на радио. Там, с большими, там, Зюгановым, там, Жириновским, его партия должна быть, но все равно, но он хорошо к нему относился. Когда был знаменитый «Связь Инвест», я позвал в эфир Чубайса, он мне дал Коха, в эфир пришел Кох и Гусинский, по жалобе Березовского, он не слушал, а? Березовский ему настучал, Гусинский звонил мне и начал орать. Я еще не главный редактор, я просто организовал это интервью. Я говорю, Владимир Александрович, а что вы голос-то повышаете? У меня со слухом хорошо, это у меня со зрением все плохо. Такая пауза, и у меня тоже, сказал он, и повесил трубку. Видимо, не привык к такому общению. Круто. Так. Понимаете, в чем дело? Гусинский, создавая медиа, да, единственное медиа, которое он не создал, а купил, то есть получил готовое эхо. И поэтому у нас, естественно, было некое отношение к нему более отстраненное, чем к другим медиа. При этом я остался с ним дружен, я с ним продолжаю дружить, я с ним вчера разговаривал, буду еще разговаривать, когда ездил, когда мог ездить, тогда ездил. На дни рождения мы дружим, на ты нас сохранились дружеские отношения. Абсолютно буйный человек Гусинский, когда я был совсем руководством. Вообще споры Венедиктова с Гусинским, это надо было наблюдать вообще, конечно. Дико это было. А пошел ты, а пошел, нет, пошел ты, я уйду в отставку, а ты хочешь, чтобы я ушел в отставку? Сейчас я все, деньги все, рада, вот, ушел, все. Так, о чем мы говорим? Это я присутствовал много раз. Это здесь его разворачивали? Нет, там, где-то в башне у Гусинского, там и мэрия, там и всегда, я наблюдал эти. В какой момент стало понятно, что Корзун не будет главным редактором, а Венедиктов будет главным редактором? Ну, мы считали, что Корзун будет всегда главным редактором. До какого момента? До 96-го года, до того, как он подал свое, написал нам письмо. Что за письмо? Всем нам написал письмо. Примерно теми же словами, что Борис Николаевич тогда, я устал, я ухожу. Вот, Корзун написал письмо нам всем, что, ребят, я больше не могу быть главным редактором. Да почему? Ну, я думаю, что по многим причинам. Во-первых, он человек не вечных проектов. Ему хочется делать еще что-то. Затевать новое дело. И он затевал уже новые дела. Во-вторых, может быть, Сережа коробил сам факт, что надо говорить с каким-то Гусинским, с большим олигархом, что надо с ним вообще разговаривать как-то. Может быть, это ему как-то было не с руки. И, в общем, он как-то он откипел от эха, как просто чтобы руководить.
Может, он считал, что хватит. Он человек достаточно такой вот. Говорит, вот столько-то хватит, вот это вот жизнь, жизнь одного коллектива или одного руководства, она должна быть такая вот. Не очень он хотел, потому что у нас живым образом стала формироваться радиостанция, как радиостанция такого семейно-приятельского типа. Ему хотелось более формальной организации. Более. Даже была попытка вести, когда мы сюда переехали, тут ведь... Это же гигантские, новые, чистые, современные помещения. Да. А он даже говорит, мы должны солидно выглядеть, давайте дресс-код введем. Лето жаркое, 94-го года, жаркое лето. Возвращается, это один день, попробуем. Один день возвращается, ничего не знавший об этом, Володя Варфоломеев. Вот тоже потрясающий человек. Прыжок ниоткуда. Человек ниоткуда. Человек просто, который вот бум, вот как-то пришел, появился. Сначала носил интерфакс, ведь надо было интерфакс на руках носить. Руками бумажки с Пятницкой возить на Никольскую. Вот. Шел, читал, не нравилось. Стал информационником, и сейчас он служба информации жестоко заведует. Вот Саша Плющев замечательный тогда. А почему Корзун письмо написал, а не собрал всех, не сказал? Нет, потом он собрал, но он своим как-то меня это тоже поразило. Вот как-то можно было сказать, ребят, вы знаете, я как-то так вот. А Сережа так. Потому что из этого, может быть, я делаю вывод, что ему хотелось больше такой вот какой-то формализации. В 96-м году в какой-то момент вы пишете письмо. Тут надо уточнить, вы пишете письмо только Венедиктову и Бунтману или коллективу «Эхо Москвы»? А, это уход, да. Что ли, да, с этим связан? Письмо это было кому адресовано? Письмо я написал, потому что никто вот это знамя, которое я готов был отдать, его никто не хотел взять. 95-й год, когда начинается расстаться, а здесь была важная задача перевести «Эхо Москвы» из состояния такой вольницы, махновской вольницы, в состояние реально работающего предприятия, сделать радио профессиональным. Я не могу сказать, что не было профессиональным до этого, но там не было вот чего-то главного, что позволяло бы работать с рекламой и так далее, то есть сделать предприятие. Я поставил себе задачу эту на год с 95 до 96 и честно предупредил ребят о том, что через год я уйду. Причины простые. Не хватало времени на журналистскую работу, работа дома хозяина мне как бы не нравилась. Административка занимала слишком долго время. Не для этого я как бы себя готовил, и время такое, что можно было бы сделать по-другому. И более того, с самого начала мы заявляли, и я говорил в интервью о том, что мы делаем радиостанцию, на которой было бы приятно работать самим. Я ровно что сказал, то и пошел выполнять. То есть я никуда не ушел с «Эхо», я ушел из главных редакторов и остался ведущим программ на «Эхе Москвы», то есть журналистом на «Вольных хлебах» там же. Прошел год. Построили, запустили уже круглосуточное вещание давно, программа выстроена, приоритеты намечены, рекламная служба настроена, не мной, там были правильные люди, которыми этим занимались, замечательная Ирина Цвей. Вот, и пришло время, февраль 96 года, мне исполняется 40 лет, я себе делаю подарок на свое 40-летие. Я говорю, все, ребят, теперь сами. А в промежутке были разговоры и с Бунтманом, и с Венедиктовым. Кто берется за это? Ну ладно, ты дуришь, ты не уйдешь никуда. Вот как ты можешь уйти? На этом разговоры и заканчивались. Поэтому, уйдя в 96-м году, я написал официальную бумагу, руководству там, Гусинскому, там, не помню, совет директоров или кто там над нами был, формально висел, да, вот в этой структуре в Мостовской. Это было не крик о помощи, это было заявление об увольнении вот с этой должности по собственному желанию. То есть в этом не было никакой политики? Задним числом, я думаю, что политика была. Я ощущал, что 96-й год не самое лучшее время и, может быть, самое... худшие, учитывая президентскую кампанию, которая тогда была.
И честно скажу, что участвовать в этих разборках и чувствовать нарастающее давление моста мне бы не хотелось. Вот свою жизнь убивать на это я бы не хотел. Поэтому не исключено. Но это задним числом, тогда это не было мыслью. Задним числом я думаю, что, может быть, это еще один какой-то дополнительный фактор был к тому, что я решил уйти на вольные хлеба. И расхлебывал все это уже, нет, не один Венедиктов, потому что до 98 года они вместе с были два зама, и не было главного редактора, не было необходимости менять. Ну, классически, как бы, Алексей специализировался на новостях политики, а Сергей, соответственно, специализировался на программах вещания. Я, кстати, возглавлял год, наверное, редакционный совет, потому что, как все самостоятельные люди, мы очень любили ругаться между собой и собачиться, вот, вырабатывая какие-то решения. И поэтому непримиримые битвы между Бунтманом, Федутиновым, Венедиктовым, Корзуном, в общем, ввели споры с пеной у рта, как оно должно быть, никогда ни с чем не соглашались. Вот. И для того, чтобы вот как бы это не рассыпалось, я ощущал свою ответственность за это дело, поэтому он был отчасти формальный, но мы встречались раз в две недели или раз в месяц, какие-то вопросы решали, я вроде как ушедший с этого поста возглавлял вот этот редакционный совет. Но потом это шло уже без меня, понятно, что я гораздо меньше внимания этому уделял, ну и сложилось так, как сложилось впоследствии. То есть вы сразу от обозревателя-журналиста, главный редактор, или вы были замом и тогда? Как это было? Я был обозреватель прессы. Так. А потом я был, Корзун меня назначил директором службы информации, половина редакции. А потом Корзун ушел в 96-м году, у нас два года не было главного редактора. Сергей Бунтман возглавлял программную дирекцию, то есть все программы, а я возглавлял информационную службу. Наши рейтинги упали до полутора, по-моему, в Москве. После чего Сергей... Я считал все равно, что это... Мое главное дело — школа. Я был небрежен относительно. И в 98 году Сергей сказал, что все, хватит. Сергей Корзун не вернется. Мы ждали два года. Не вернется. Он в других проектах. Я тебя выдвигаю. Я ему сказал, я тебя выдвигаю. Он сказал, прекрати пороть херню. Сказал он, я тебя выдвигаю, ты меня берешь первым замом. Все. Хватит нашей радио, конец. И наш генеральный директор Юра Федутинов говорил, денег нет, рекламы нет, рейтингов нет, радио, конец. Я говорю, ну давайте попробуем, сказал я. Ну я как классный руководитель, я руководитель. Я классный руководитель во всех смыслах этого слова. В смысле класса и в смысле классности, естественно. Но вот я с тех пор, и с 98 года тут и трублю. Вы два года не могли, не работали с главным... Ну, у нас не было главного редактора. Потому что вы ждали Корзуна? Да, мы считали, что это у него каприз. А Сергей человек упертый, как я вам сказал. Ну, он пошел туда, сюда, какие-то проекты какие-то. Ну, подождем. А нам что? Ну, подождем. Мы своим делом занимаемся. Но радио ушло вниз, потому что, конечно, работали на разрыв. Сережа толкал свое, я толкал свое, это нормально. А менеджера не было главного, который мог бы нас уравновесить. Ну, вот так решили. И каждый раз теперь, когда новые выборы главного редактора, я говорю, ну, может, ротация? Ну, так, все хорошо. Ну, хорошо, хорошо. Что случилось? Почему Корзун ушел? Он искал новые проекты. Сергей такой человек, если вы посмотрите всю его карьеру после «Эхо», он все время ищет новые проекты. Да, и не считает себя связанным обязательствами вот, перед теми, кого он привел. Это его такой характер, имеет свои плюсы, свои минусы. И он, насколько я знаю, был не очень доволен, что получалось... Он делал «Эхо» такое, а оно получалось другое. Потому что «Эхо» — живой организм. Он пытался все построить по струнке, вот как он задумал. А так не работает. Мало ли что я придумываю. Живые люди ходят по коридорам. Не работает. Мало ли что я придумываю. Знаете, сколько я проектов придумывал, а они канули в лету. А он хотел, чтобы оно вот так было. И разочаровался. Я так думаю. Ну, лучше его спросить. Ты помнишь момент, когда произошла смена главного редактора на радиостанции? А там не было смены. Ну, было два года без главного редактора. Там то было без, то было их два, потому что было, значит, двоевластие такое. То было две радиостанции, в которые одну возглавлял, значит, Венедиктов, второй Бунт. Был же радио «Арсенал».
Ну как? Это огромный... На одной частоте? Не на одной частоте, на второй. То есть, насколько я помню, я могу сейчас ошибаться, на всякий случай, надо перепроверить. Насколько я помню, сначала у нас было такое немножко двоевластие, потому что, значит, Венедиктов больше за информацию, за все вот это отвечал. Он был главой информационной службы, насколько я помню. Бунтман был главой культурной службы. И оба, я так понимаю, они были в ранге заместителей главного редактора. Если сейчас ничего не путаю. А Корзун уже ушел к тому моменту. То есть было как бы два главы. Да. А потом появилась вторая радиостанция, вторая частота. И на ней вторая радиостанция. Это радио «Арсенал». Вот. Они сидели здесь за дверью, через коридор. Там сейчас нет никаких у нас помещений. И, то есть, условно говоря, это возглавлял Бунтман, «Арсенал», а Венедиктов возглавлял их Москвы. Вот. И этот процесс был довольно длительным, потому что Корзун, насколько я помню, ушел, когда мы, значит, попали в мост. То есть это был где-то 95-й год. 96-й. 96-й, да, потому что 95-й он еще меня переводил из ночи в день. Вот, значит, 96-й. 96-й, потом Венедиктов стал 98-м, да, главным редактором. Вот эти два года вот это все и длилось. Вот, то есть я могу вспомнить, как Венедиктов стал главным редактором, но это было настолько ожидаемое событие здесь, что, в общем, никто сильно не удивился. И, по-моему, оно было безальтернативным, если я, опять же, ничего не путаю. Ну, потому что он и так, в принципе, был главным, поскольку «Эхо Москвы» — это, конечно, информационная радиостанция всегда была, сейчас больше разговорная, тогда была больше информационная, но это все оттенки. Вот, она была информационной, конечно, кто глава службы информации, тот диктует, он был главой службы информации, вообще за все это отвечал, и поэтому он был главным уже фактически, наверное, вот с того самого 96-го года. Собственно, если говорить о работе, то для нас мало что менялось в это время, просто потому, что, я не знаю, смогу ли я это как-то внятно объяснить, но я попробую. Дело в том, что когда ты работаешь в службе новостей, да еще и на радио, если это не газета, даже не телевидение, где, по крайней мере, гораздо больше народу, когда ты новостник на радио, и ты приходишь на свою 9-часовую смену, у тебя нет не то, чтобы вот времени с кем-то поговорить о том, что происходит, да, на радиостанции. У тебя нет времени там, не то, что сделать глоток чаю. Ты просто вот входишь в эту смену, и потом через 9 часов ты выходишь из нее. После этого хочется как-то выдохнуть немножко, ну, потому что у тебя новости раз в полчаса, потому что ты сам обрабатываешь весь этот массив информации, ты ведешь сам все эти новости, ты сам себе верстальщик, ты сам себе редактор. А все далее. Новости, вот каждые полчаса, все новости выходят в прямом эфире? Все новости выходят в прямом эфире. Это адский труд. Конечно. И даже ночью, зачем-то ночью. Но это на любителя. Короче, это надо любить. Это специальные люди, которые приходят туда, остаются там. Вот я никогда бы о себе не сказала, да, я собиралась заниматься наукой. Хотел быть филологом, да. Там, защитил диссертацию, да? Но почему-то осталась в новостях на 18 лет. То есть параллельно со всем остальным я продолжала еще вести новости, ну вот пока могла и хотела. Вот, поэтому я не могу сказать, что, наверное, люди, которые там раз в день выпускали комментарий, наверное, например, у них... И, может быть, ходили в курилку. А я напомню вам, что я же не курю. Да, я же не курю. А вот эти люди, они, наверное, как-то что-то обсуждали. И я не была тогда в каком-то кругу начальственном, заместителем главного редактора, я стала только в 2003-м. Поэтому со мной это не обсуждалось. А я особо, у меня не было на это ни времени, и не было особого желания вникать, как там это происходит. И только вот сейчас, опять-таки, отойдя уже на несколько лет в сторону и глядя на это как-то немножко со стороны, я могу только предполагать, что вот этот уход Корзуна, он, может быть, был все-таки не совсем таким, как нам о нем рассказывают. Учитывая то, что время-то было 96-й год, были выборы, были определенные отношения, ну, как я уже потом ретроспективно пытаюсь как-то это анализировать, определенные отношения с новыми акционерами, то есть с Гусинским, отношения
у Корзуна какие-то отношения, у Венедиктова какие-то. Мне кажется, что это где-то там. То есть вот это вот корзуновское «я устал, я ухожу», может быть, это не больше, чем публичная версия. Но еще раз, у меня нет фактов. Это только мое предположение. Могу я тебя поспрашивать про историю с твитом? Да, ради бога. Меня о ней постоянно спрашивают. Я просто, да, для зрителей напомню, что Саша написал у себя в Твиттере такой вопрос. Тогда погиб сын Сергея Иванова, который был тогда вице-премьером. А до смерти его сын был участником аварии, в которой погибла пожилая женщина, и считалось, что он был виновником этой аварии и так далее. И был задан вопрос, не буду уж там озвучивать, да, да. В общем, этот вопрос главный акционер «Эхо» в лице Лесина посчитал его чрезвычайно оскорбительным. Видимо, не только он это посчитал, и они потребовали увольнения Александра Саши, значит, с радиостанции «Эхо Москвы». И мы, в общем, с нашими другими героями этого выпуска уже тоже об этом говорили. Ты... Там не надо забывать, что я спросил, там вопрос сам, считаете ли вы это доказательством существования Бога? Да, да, но спустя какое-то время, короткое, ты этот твит удалил, но было уже поздно. Ты пожалел в итоге о том, что ты вообще его написал? Надо сказать, что я удалил не через короткое время, это было сделано в ходе переговоров с разными сторонами. В ходе переговоров, в том числе и в которых участвовал Венедиктов, например. Вот, потому что на кону, в общем, стояла вся радиостанция. Так бы я его, конечно, не удалил. Значит, я, да не то чтобы пожалел, но через все надо проходить. И чего, собственно говоря, жалеть? Я жалел только об одном, что начали волноваться люди, которые не были связаны со мной, с Лесиным, с Сергеем Ивановым и так далее. Ну, прежде всего, 150 человек, которые работают на радиостанции здесь. Ну, они были связаны тем, что они работают в... на радиостанции, которая акционером которой является «Газпром Медиа». Да? Вот. Потому что в какой-то момент Лесин, который постоянно повышал ставки, там, если проследить это... там был месяц, на самом деле, то есть месяц эта история длилась, я-то думал, что дня за три все уладится тем или иным способом. Либо меня, значит, действительно уволят и как-то все смирятся, либо, значит, все восстановят. Все такое, ну, неделя максимум, что это продлится месяц. На протяжении всего этого месяца, если вспомнить, Лесин повышал ставки, и вот одно из повышений этих ставок было то, что радиостанция «Эхо Москвы» может быть переформатирована в музыкальную. Для почти 150 человек здесь это означает потеря работы. Ну, потому что музыкальная радиостанция не требует их услуг. Вот. И, собственно, вот это, ну, как бы был шантаж, потому что они попадали в заложники, эти люди, и от меня, в общем, зависела как бы их судьба. Хотя не зависела от меня уже на тот момент ни черта, потому что и твит там я удалил, и все, я согласился с увольнением. Я сказал, окей. Хорошо, уволили, ну вот, вот моя трудовая книжка, я пошел. Венедиктов не согласился. Вот, Венедиктов не согласился, мы с ним поговорили, я его поддержал, окей. Как а бы. Что он тебе сказал? Ну, он сказал, что мы... ну, во-первых, он всегда говорил и говорит до сих пор, что это была не моя борьба и не борьба за меня, это была борьба за него. Потому что он решает, кого увольнять, а кого нет. И через его голову, ну не то чтобы даже он решает, через его голову нельзя уволить человека. Вот такая у него была позиция. Мне кажется, она и остается и до сих пор, чтобы ее изменило. Вот. И, соответственно, да, он сказал, что в самый первый момент он сказал, что люди, которые тогда олицетворяли «Газпром Медиа» и Михаил Лесин, искали, к чему придраться, и нашли бы в любом случае. Просто ты попался, ты как бы очень, так сказать, вовремя все это случилось. Вот. Но, кстати, ни один человек, ни один здесь, мне на радиостанции, не знаю, кто бы что ни говорил по этому поводу, лично мне ни один человек не сказал, что старик... ты нас подставил, как это ужасно, или еще что-нибудь. Вообще ни один человек. Я ждал этого, они имели на это право.
надо сказать, моральное право у них было. Ни один человек не сказал. Было, мне говорил один, я не буду называть, но говорил один из авторитетов, скажем так, это не Венедиктов, значит, уже сильно позже, что, ну, типа, ты был сильно неправ. Вот это максимум порицания, которого я тогда, сам ты сейчас как оцениваешь? Заслужил. Прав или нет? Тут, мне кажется, нет правых и виноватых, потому что это не было позицией, это не было нападением на кого-то, это не было хулением кого-либо. Мне-то на самом деле, я-то даже не взял в толк поначалу, из-за чего весь сыр-бор. Потому что, ну, меня реально, если серьезно, там не зря я акцентирую на это внимание, меня реально интересовало, а люди... верят, я-то лично не верю в такие совпадения и в какую-то высшую волю. А вот каким образом относятся они к этому? Вот это меня интересовало в тот момент. Ну, и, возможно, была какая-то очень некорректная форма, но другое дело то, что здесь и некорректное отношение. То есть, когда у тебя, если это какое-то начальство, родственник какого-то начальства, какая-то власть, и так далее, мы относимся по одному. Я миллион раз это видел. Вот, то есть, когда есть реакция в соцсетях там, и так далее, и когда тебе люди начинают морализаторствовать, я вижу, что они морализаторствуют, но по такому же другому поводу они будут молчать. Или не молчать, они просто его не заметят. Просто для них это не повод. Потому что это какой-то оппозиционер или какой-то просто человек. Вот. А тут, ну, тут как бы звезды сошлись. Я, конечно, не считаю корректным, да, наверное, не считаю корректным обижать людей и, так сказать, топтать их чувства во время скорби. Но с другой стороны, мне кажется, что соответчиками в этом смысле, моральными, естественно, со мной должны быть те, кто ретвитил, кто сообщал об этом там, и так далее. Вот, ну, кто как бы распространял. Потому что до этого это какой-то маленький отдельный твит Твиттере. После того, как вы это распространяете, это, соответственно, общенациональная новость. Не, мне просто интересно, вот твое какое-то эмоциональное, что ли, состояние в тот момент, когда уже, ну, проходит какое-то время, и ты вдруг видишь, блин, какая вокруг... То есть вот этот твит, условно говоря, ну, то есть какая-то микроистория, связанная с тобой, вдруг разрастается вот все, во все то, что мы потом наблюдали. Все эти, значит, там публичные там совещания, общение там с Лесиным, вот это вот там дикое противостояние, достигшее пика Венедиктова и Лесина. Ты сам вот в эти дни что-то чувствовал? Ну, я чувствовал большую опустошенность, я бы так сказал. Вот, потому, ну, только я боялся только за людей. Абсолютно. За себя я совершенно не боялся. Понятия не имел, что я буду делать и как я буду жить, но почему-то у меня не было никакого какого-то такого. Меня перестали пускать сюда, отняли пропуск, и это, конечно, было таким наказанием серьезным. Не серьезным, а даже не наказанием, а каким-то таким серьезным ограничением. Yeah. То есть я 20 лет мог, да, в 2014 году как раз было 20 лет, я 20 лет мог сюда пройти совершенно свободно, теперь я просто не могу пройти. Почему? Мог пройти любой слушатель. Тогда еще не было стеклянных дверей, которые поставили после покушения на Таню. Вот так, да. Мог пройти любой слушатель, абсолютно просто, так сказать, позвонив снизу. А я не мог. Вот, это было серьезным таким для меня ударом. Я переживал исключительно за людей. Как ни странно, все, например, мои родственники, среди которых, кстати, довольно мало, надо сказать, либеральных и демократических взглядов людей. Все они как один абсолютно меня поддержали. Сказали, да это туфта, просто тебя огнобят начальники. Вот они не любят, когда про них говорят плохо. Вот. И все. И это было удивительно, потому что я думал, что они-то уж точно скажут, что так, ну, по делам, типа, или еще что-нибудь в этом духе. Вот. И все мои старшие родственники, все как один тогда меня поддержали. Вот. Поэтому я не сказал бы, что... Более того, как мне кажется, это расхожее утверждение насчет того, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее,
Оно очень сомнительное, надо сказать. Ну, потому что это не... мы можем на многих примерах убедиться, что это не так. Но тут это правило подтвердилось стопроцентно. Не только на мне. На мне-то ладно. Понятно, что если ты в каком-то скандале побеждаешь, да, как бы сохраняешь свои позиции и так далее, ты... мне кажется, эхо, конечно, очень сильно выиграло тогда. Это был выигрыш не только радиостанции «Эхо Москвы». Мне кажется, это, в общем, даже... всей прессы в какой-то мере был выигрыш, потому что если бы тогда вот это дело проглотили, то, мне кажется, дальше было бы, возможно, еще похуже, чем, чем оно стало. Но другое дело то, что тут, как мне кажется, надо иметь в виду, мы просто рассматриваем эту ситуацию как сферического коня в вакууме, как просто этическую проблему. Другое дело то, что тут не надо забывать еще один слой. Это, собственно, Лесин, Михаил Лесин. И если посмотреть все, что он делал за этот месяц, то мы можем, ну, заметить очень странную вещь, когда человек постоянно повышал ставки зачем-то, а потом немедленно согласился и откатил назад. Непонятно почему. Вот это все до сих пор для меня загадка, у меня есть, конечно, разные версии, но это тоже важно. То есть человек вел какую-то свою игру на этом, ну, то есть это был для него повод. Какую-то свою игру, это очевидно. Вот, и это важно. То есть раздувание какой-то этической проблемы для, для решения проблем своих. Что вы в этот момент чувствовали? Как вы это переживали? Сильно переживала. Сильно, как, наверное, все. Я говорила как-то это в одном интервью, что я никогда не входила в ближний круг Алексея Венедиктова. Вот это надо просто понимать. В ближнем его круге я не была. Но я была одним из его заместителей, причем по кадрам. То есть, так или иначе, все равно ты присутствуешь на совещаниях, ты говоришь что-то или не говоришь, или молчишь. И здесь вот эти совещания, они продолжались на самом деле все время кризиса с Сашей Плющевым, они продолжались ежедневно. Да? То есть, так или иначе, у нас спрашивали мнение. Что мы думаем по этому поводу, какие вообще, какие могут быть исходы, варианты и так далее. Надо сказать, что я вот сейчас, опять-таки, возвращаясь к этой ситуации, я вот так и не могу для себя решить. Ну, я не могу говорить слово «правильно-неправильно». Тогда кто-то поступал, потому что каждый поступал сообразно каким-то своим представлением о том, как надо действовать. Наверное, Саша Плющев рассказал вам об этом как-то или расскажет по-другому. Мне-то кажется, вот сейчас уже, когда я... И тогда, вот первое мое предложение, когда меня спросил об этом Венедиктов, что я думаю... Я сказала, что мне кажется, что надо идти в суд. Ну, я услышала на это, что, ну, а что ты не знаешь наших судов? Но, если честно, мне кажется, что это не аргумент. Потому что если бы, может быть, тогда всю эту историю Саша при поддержке редакции, естественно, и при поддержке юристов редакции, прошел от начала до конца, но законно, без договоренностей каких-то кулуарных, о которых я, например, не знаю. То есть я не знаю, о чем договаривались, где, как. Я знаю, что были какие-то договоренности. Вот, но, естественно, у меня нет ни фактов, ни аргументов, ни знаний об этом. Я предполагаю, что вот, да. И то, что Саша в результате не был уволен, это результат вот этой целой цепи договоренностей. А можно было пойти по другому пути. То есть, не знаю, там, вызвать трудовую инспекцию, пойти в суд, начать судиться и дойти... ну, не знаю, до Европейского суда по правам человека. И вместе с ним, с Сашей, пройти эту ситуацию. Может быть, это было бы, думаю я, полезнее для всех и для всей остальной журналистики в том числе. Но это уже другая история, которая связана с тем, что, ну вот, например, само существование «Эхо Москвы», это же тоже, как я понимаю, результат договоренностей,
компромиссов, теперь уже отойдя в сторону далеко. И я представляю себе, что они, эти договоренности, непростые, но я их не знаю. Вот, что они какие-то есть. И опять-таки, я не знаю, что лучше для журналистики, вот всей остальной нашей теперь общей, такой, какой она стала, сохранять какую-то площадку путем кулуарных договоренностей, про которые я не знаю, или сдавать площадку, но сохранять себя. Ну вот для меня совершенно однозначно ответ второй теперь. Вы помните момент, когда, на ваш взгляд, «Эхо Москвы» находилось вот просто на волоске от того, чтобы вот то, какое оно есть, оно перестало существовать? Лесин. Лесин? История с Лесиным и с Плющевским увольнением. Это вот тогда. Это мы находились, это было без пяти. Вот реально абсолютно. Да. Мы находились без пяти минут от переформатирования радиостанции, которая бы привела к изменению устава, и ничто бы нас не защитило. Я считаю, что это был самый критический момент. Больше, чем какой-нибудь путч 91-го года. И тогда мы вылезли, конечно. И тогда, но когда Лесин понял, что мы заодно, во-первых, что мы Сашу не сдадим. Вы заодно имеете в виду коллектив? Да. Что он не расколет. Нас несколько раз пытались колоть, пытались нам прислать ныне большого правдолюбца Коха. Ныне Коха. В качестве генерального директора или кого? Да уж я не знаю кого. Пытались нам поставить кого угодно. И вот Кох, когда вот тогда, вот, когда грохнули НТВ, и вот у нас пыталось, это было гениальное совершенно собрание, на котором Кох присутствовал, тоже, можно ли нас колонуть. И он выступал с какой-то пламенной речью, его скучно слушали. Меня не было, мне рассказывали. А дальше он спросил, есть ли вопросы, спросил. И наш литературный обозреватель Майя Лазаревна Пешкова. Чудесная абсолютно. Да. И она спросила, скажите, пожалуйста, вот этим своим голосом, скажите, пожалуйста, кто были ваши папа и мама? Кох так посмотрел и пошел. Блин, как круто. Как круто. Да. Были люди в редакции, которые... Ну, все-таки там считали, что, блин, ну не стоит там грубить редакцию ради там одного человека. Давайте сдадим плюс. Не знаю. Не знаете? Не знаю, по-моему, нет. Не знаю. Нет, ну есть вещи, которые вот объединяют. Да, может, кто-то и думал об этом, может, кто-то и... Но в конце концов, каждый волен думать, что хочет. Но в конце концов, вот это ощущение, что... Иногда мы собираем собрание, там вот в лифт-холле, но бывает ощущение, что вот не-не, сдавать нельзя. И все равно, я думаю, что у очень многих, и кто у нас, и очень многих активных, замечательных журналистов наших, которые могут быть не согласны с чем угодно здесь, но это то, что мы сдавать не будем, Сашу Плющева, например, того же самого, то значит, случись с кем, мы издавать не будем никого. Но ведь это же шарманка, которую заводили Венедиктову, как он не позвонит кто-то, или первое там желание называется «Уволь Альбац, пусть никто не будет Шендеровича», да. И так далее. Вот. А что Венедиктов говорил, даже если бы я хотел сейчас вот, за что-нибудь, я не знаю, за прогул уволить. То никогда не уволю. Никогда в жизни. А в истории с Плющевым, с кем вы советовались, как быть? Ни с кем. Вот это, вот это была единственная, пожалуй, история. Нет, я, конечно, здесь со своими замами обговаривал возможные ходы. Это правда. И некоторые мне предлагали, давай для вида уволим Плющева, а потом его возьмем. Я сказал, не-не-не, это не пойдет, дело не в Плющеве.
они наступили на права мои, главного редактора. Они уволили журналиста, не спросив меня. Они имеют право делать по уставу. У нас по уставу уволить журналиста можно только с предложения или с согласия главного редактора. Его уволили незаконно. Незаконно. И Лесин это признал. Поэтому я говорю, я бьюсь не за Плющева, я бьюсь за свои права. Если главному редактору будут назначать журналистов и увольнять журналистов мимо него, это нам зачем? Вот это все нам зачем? И мы это обсуждали, довольно бурно ходы, но все равно решения нам не было. Было понятно, что Лесин уперся в меня. Это было понятно. Абсолютно. Недаром он заговорил о том, что мы сделаем эту станцию музыкальной, сказал в интервью «Новой газете». Ну, попробуйте, сказал я. Я ни с кем не советовался. Я должен был лететь с Путиным в Австралию, как раз началась вот эта вся история. Я не полетел, мне позвонил Песков, говорит, ты где? Я говорю, я в Москве. Он, как в Москве? Ты же в списке, аккредитовавшийся. Сегодня пресс-конференция, я думал, ты вопрос захочешь задать. Я говорю, я хочу задать вопрос, но у меня вот здесь вот конфликт. Он говорит, да, я знаю, мы докладывали. Я говорю, ну и ладно, вы сами докладывали. Я ничего не просил. И мне рассказывали, подтвердить не могу, что когда конфликт на стол президенту, Путин посмотрел по поводу увольнения журналиста, сказал, ну что, Алексей прав, либо меняйте устав, либо увольняйте его, но не ломайте, он прав по уставу, он все правильно делает, я в смысле. Так что можно Путину в плюсик записать. И тогда Михаил Юрьевич предложил компромисс. Ну вот, он и случился. Плющев 2 месяца был в отпуске от эфира, работал за эфиром, работал здесь выпускающим, а потом вернулся на свою позицию. Все. А для вас это была личная трагедия, что Корзун и Венедиктов в какой-то момент совсем разошлись? Когда? Ну, когда Корзун окончательно ушел с их. Для меня было жаль, что Сережа так поступил. Потому что я не считаю, что Сережа, как-то публично высказав свое, вот, написав некролог «Эхо Москвы». И мне потом как-то и говорить было не очень приятно. Ничего говорить с умершим мозгом. Ситуация была у нас очень непростая тогда. Ошибок наляпали много. Но я всегда считаю, что это... Я не могу быть отстраненным от этого. Что ошибка, даже которую я не совершаю, это все равно моя ошибка для внешнего всего. Я все равно за это отвечаю. Я не побегу в социальные сети писать что-нибудь. Или в какой-нибудь там архаичный живой журнал. Я не побегу этого делать. Никогда. Потому что я... изнутри, и там то, что мне совсем не нравится, я скажу. И я буду здесь это сам исправлять. А ситуация была очень неоднозначная. Очень неоднозначная, и я не уверен, что была какая-нибудь абсолютно правая сторона в том, что касается Ильи Серябцева и так далее. Что была, было очень много разного. И во всей этой ситуации мне, честно говоря, жаль, что так не получилось достаточно толка из Леси. Человек очень яркий, непривычный был. Сережа сам проводил у нас, когда был главный редактор, проводил достаточно отчаянные эксперименты. Например, приглашение как ведущей Светланы Коныгин. Была такая, да. Бог знает о чем передача. И тогда все кричали, Корзун у вас сошел с ума? Что это такое? Он пригласил Лобковского с его передачами на сексуально-половые темы. Ну, он долго еще и после Корзуна работал. Ну, а мы что же, мы будем выгонять его, что ли? Что же это такое вообще будет? Он здесь был, и Лобковский был. Ну и что? И нормально.
И я никогда не буду говорить, ребята, это не мой департамент. Это вот здесь творится. Это мой департамент. Если нет, то я уйду. Уйду молча. Для меня это был очень неприятный момент, и меня Сережка поразил. Почему это была последняя точка для вас? Ну, если говорить о том, почему я увольнялась, я, собственно, опять-таки могу только повторить то, что я уже говорила, и я не скажу больше, чем я уже сказала. И больше того, что я сказала самому Венедиктову, когда увольнялась, это было по совокупности. А что вы ему сказали? Я сказала, что я увольняюсь. Принесла ему заявление, подписанное мною. Он спросил, почему? Нет, он пытался... Не спрашивал, почему. Я сказала, я увольняюсь по совокупности, ты все знаешь, и как бы там не нужно было объяснений. На самом деле он дал мне прекрасный повод, спасибо ему за это. Какой? Я не скажу, потому что он настолько блистателен, этот повод. Я бы сказала, литературно прекрасен, да? Что я его не сдам, этот повод, просто так. Я его приберегу. Хорошо. Вот, но это, поверьте, это было действительно по совокупности, потому что последние несколько лет я чувствовала себя там, мягко говоря, как-то неправильно, да, но вот ты, наверное, так бывает, не знаю, в жизни, в семьях, так бывает в редакции, к которой ты привык, как, вот, я не знаю, к привычному пиджачку, все-таки это 21 год. 21 год работы. Мне кажется, что уже журналисты нового времени постольку на рабочих местах не остаются. Но на их есть люди, которые работают и по 25 лет, и по 30. Лущев до сих пор работает. Ну и Венедиктов, и Бунтман. Вот, и понятно, что такое решение, вот ты уже понимаешь, что тебе не нужно здесь оставаться. Ну вот не нужно по всему. По условиям твоей работы, по стилю отношений, которые ты видишь, да, по всему. Ну, то есть это ты входишь туда, и ты, боже мой, ты идешь по коридору, просто вот так зажимая уши, и вот расчищая себе дорогу к своему какому-то там месту рабочему. Ты приходишь, отрабатываешь и уходишь. А у вас был свой кабинет? Нет. Нет, на «Эхе Москвы» ни у кого нет своих кабинетов. Последний мой рабочий кабинет собственный был, собственно, вот на... в Останкино, и есть сейчас, слава Почему? Богу. Почему? У Бунтмана кабинет? У Бунтмана и у Венедиктова, да. У Бунтмана и у Венедиктова у них есть кабинеты, да. Собственно, у Корзуна, когда он перестал быть главным редактором, у него была такая стеклянная выгородка в гостевой комнате, которая называлась «Корзунятник». Ну, там, да, там много своей мифологии, я вспоминаю это с удовольствием, ну, потому что это... Это была прекрасная жизнь. Вот. Но, тем не менее, было понятно, что вот, ну, надо уходить. Это было видно. По всему. Но ты не можешь. Ну, потому что ты любишь эту работу. Ты любишь эфир, в конце концов. Я не буду отрицать, что это наркотик. Ну, конечно, это наркотик. И потом вдруг... Это, знаете, как бывает? Вот одна фраза, просто фраза, она произносится... И тут ты понимаешь, что вот сейчас тебя стошнит, и ты выбегаешь. И после этого ты больше ничего не будешь объяснять. Ты просто скажешь, подпишите мое заявление, пожалуйста. Вот, и уйдешь. Но я долго думала. Я думала сутки. Мне совершенно некуда было идти. Абсолютно. У меня не было никаких запасных площадок. Я знала, что будет тяжело. Я знала, что... Эфир — это наркотик, что придется отвыкать. Но самое главное — это понимать. Когда ты это понимаешь, все легко. Дальше уже как бы, ну и все, ты выходишь. Короче, спасибо ему огромное. Я прожила еще одну, как минимум, жизнь после того, как ушла с «Эхо». А могла бы, между прочим, вот как бы сидеть и сожалеть о том, что вот не сдвинулась с места. Ты понимал мотивацию, с которой уходили с радиостанции Корзун и Марина Королева? Корзун, я имею в виду, окончательно, когда ушел, и Марина Королева, когда вот единственный ее уход, но окончательно. Я, честно говоря, не очень задумывался. Ну, во-первых, Сергей Львович, при всем уважении, я очень уважаю, правда, он, ну, вообще создатель радиостанции и все такое. Просто он достаточно много раз приходил и уходил, как и я, надо сказать. Я, правда, никогда не оставлял целиком.
То есть у меня что-то здесь да, оставалось, хоть кусочек, хоть новости, хоть что-то там немножко, вот, программы Ханет там или еще что-то. А Сергей Ильич уходил, приходил. Поэтому я даже как-то не придал особенного значения и удивлялся, почему такой шум большой. Вот. Ну, может быть, это на фоне того, что постоянно подогревались какие-то скандалы вокруг Леси Рябцева, а он мотивировал, я так понимаю, насколько я понимаю, значит, ее участием здесь. Вот, про Марину Королеву сказать ровно счет ничего не могу. Я читал ее пост насчет ухода. Ну, честно говоря, с поста я не очень понял, а лично мы не обсуждали. Понятно. Вы уходите. Это у нас какой? Это 2001. Первый год. И проходит много-много лет до того момента, когда вы уходите окончательно, громко об этом заявив. Ну, через социальные сети, но заявив об этом громко. Мы эту историю уже не обсуждаем, потому что все там уже как бы обсуждено там до нас, что называется. Но все-таки, почему именно вот эта история с Рябцевой, все, что вокруг этого и так далее, для вас стало последней каплей, когда вы пришли в кабинет к Венедиктову и фактически поставили ультиматум? Николай, ну, представьте, для вас не стало бы последней. Значит, надо объяснить. Нет, я-то знаю свой ответ. Мне интересен ваша мотивация. Надо как бы есть смысл вот так немножко философски взглянуть на эту проблему. То есть после 2001 года в штате «Эхо» я не работал. Да. Когда я освободился от своего этого проекта, Венедиктов на встрече позвал меня вести программу. Поняв, что это будет, я согласился и пришел вести программу. Ну, где-то там вскоре программа «Без дураков» она вышла. «Без дураков», точно. Без дураков. И некоторое время с перерывом, потому что у меня возникал конфликт интересов. Я уходил работать, в том числе и возглавлял Московское бюро «Радио Свобода» одно время. И понятно, что на конкурента работать это было совершенно невозможно. Да? Там, где не было конфликта интересов, то есть у меня были другие проекты, телевизионные или какие, Венедиктов меня звал, и я вел вот эту программу. То есть я не был штатным сотрудником. Я уж фактически не был членом журналистского коллектива радиостанции. Но все мои многочисленные друзья, в силу того, что я основатель, вешали все на меня. Да. Звонили и говорили, что твои делают на радио? О чем они говорят? Разве можно так? Разве можно этого звать в эфире? Разве можно так работать журналистом в эфире? Я говорил, ребята, мои дорогие... Не могу я отвечать за это дело никак. Я приходящий внешний сотрудник. Но внешне это никому, понятно, не было. Объяснишь, да? Поэтому, конечно, у меня были другие проекты. Я числился и работал реально на «Эхе Москвы», пока были договоры. И ощущал себя там совершенно свободным. Ровно для этого и затевал радиостанцию, чтобы работать на ней свободно. То есть ни Алексей, ни кто иной не говорили, что делать и чего делать нельзя. Единственное, ну, мы с Лёшкой, конечно, советовались по запуску, потом перезапуску этой программы, кто будет первым героем этой программы. Да? В одном случае это был Горбачев, в другом случае это была, по-моему, Елена Ханга, что ли. Да? Вот там два запуска и перезапуска, потому что первая программа важна, да? С чего начнешь, так оно и пойдет. Все, на этом уровне все оставалось. Да? Я работал свободно до самого конца, ничего не изменилось до самого конца. Изменилась как бы одна, наверное, вещь обострилась. Я бы и знать не знал, кто такая Леся Рябцева, и прошел бы мимо этого. Но, опять же, друзья, работающие на радиостанции, ну, как-то так, в общем, не слишком одобрительно об этом высказывались. Как бы подойти-то еще к этой истории. Короче, я почувствовал себя как последнего защитника Брестской крепости. Если не я, то кто? Отказывались от сотрудничества с «Эхо» по моральным соображениям некоторые люди, да, в том числе известные имена. Напоминать не буду, сейчас уже не будем. Читал, думал, обсуждал и понял, что если я не скажу об этом Алексею, не поговорю с ним,
то этого, наверное, не сделает никто. Никто к нему из работающих на станции не зайдет и не скажет ему: «Леш, ну, ты подумай вообще, мозги включи, ты что делаешь? Это же имидж радиостанции, помимо всего. Если ты свою помощницу называешь журналистом, делаешь из нее журналиста, значит, ты своим коллегам по радиостанции говоришь, что вот это и есть журналистика, то, что делает этот человек. Твоя помощница, да, которая не журналистом пришла, твоя помощница. Тебя слушаем, да. Но когда ты из помощницы делаешь журналиста, это совсем другое дело». А если она это не делает, то она идет вон. Как вы собираетесь? Она идет вон. Все договорились. 8 Нет. миллионов в стране. Я... Сколько? 8, я могу ошибаться. Кого? Миллионы в стране, людей, говорю. И да? Нет? Кого? Людей. Как вы хотите, чтобы все люди договорились? В какой стране 8? В России, миллионов? Я про Россию. В России 8, да, конечно, вы правы. Уточните потом. Ну, собственно, когда решение созрело, я позвонил Лёше и сказал: «Лёш, давай поговорим, собираюсь уходить». Он говорит: «Ну, давай, приеду там через 3 дня, где-то он был в Питере или еще где-то, встретились, поговорили, спокойно абсолютно». Он выслушал мои аргументы, не согласился с ними. Там вообще другая история. Бог с ней, с помощницей. Там история с тем, что творилось и до сих пор творится в комментариях на сайте «Эхо Москвы». И это очень важная часть истории, потому что тот мутный поток матерного и обидного содержания в обсуждении, вот его как-то выносить я не готов. Можно сказать, просто не читай комментарии, и все. Ну, это хейт, да? Да, абсолютный. И это площадка, которая не несет никакого журналистского сущностного содержания. Это, как я это понимаю, чисто механически выстроенная площадка для того, чтобы люди в большом количестве приходили туда, посетители сайта, да, то есть работа вот как бы на повышение цифр посещаемости. И все уже забыли, что начали обсуждать, да, там начинают друг друга обзывать, ну, это обычный... и так далее. Обычная история. Она решается везде, во всех странах, или модерированием, либо тем, что уносится обсуждение, там, не знаю, в социальные медиа, в социальные сети те же, да, либо как-то. Но не встретишь таких комментариев ни на одном более-менее приличном средстве массовой информации. Везде как-то люди себя ограничивают. Здесь вот это меня выводило из себя совершенно жутко, потому что волей-неволей, если комментарии не скрыты, они вот начинаются сразу же после того, что ты читаешь на сайте, то это, конечно, становится, в общем, немножко не по себе. Вот две эти вещи. Короче, я, как последний защитник Брестской крепости, пришел к амбразуре, предъявил себя Алексею, мы поговорили друг с другом, не согласились. Я думаю, что поняли друг друга, но просто не согласились друг с другом. Он подписал мое заявление, и на этом мы расстались. И уже 5 с небольшим лет я чувствую себя освобожденным от эха. За эти 5 лет я перестал ассоциировать себя с «Эхом Москвы», другие еще ассоциируют, я себя перестал ассоциировать. И вот как бы уже тот срок, когда эту информацию о причастности к «Эху», я уже как наблюдатель, да, я могу читать, могу не читать, я слушаю иногда программы, я читаю иногда сайт, но большую часть информации и комментариев нахожу в других местах. «Эхо» перестало мне быть интересным, лично мне. Вот, и это можно удалить из оперативной памяти, что я благополучно и сделал. Я не хочу спрашивать про историю с Рябцевой, потому что про это миллион раз, значит, все сказано. Я хочу только спросить вас про... ну вот что вы почувствовали в тот момент, когда окончательно ушел Корзун из-за этого, и когда Марина Королева, например, решила уйти? Ну, она ушла, Марина Королева, после Леси. Все-таки, да, если уж так говорить. Поэтому сначала ушел Корзун, потом ушла Рябцева, и потом ушла Королева. Давайте будем... Хорошо. Я расстраивался по всем троим. Я считал, что все трое, да и все, кто уходит, они еще не выбрали для аудитории «Эхо» свой потенциал. И как журналисты они, конечно, давали «Эху» много. Каждый из них. По-разному. С разным весом. Но я никогда не позволю с собой разговаривать либо он, либо я. Вот такого со мной разговора в этом кабинете не может. Ну как, ну Сергей Львович пришел, сказал, либо Леся, либо он. Выбор, да, девчонка-соплюшка, да, только-только выросшая, да, из продюсера. И первый главный редактор сказал: «Я так говорю, а вообще с этим Сергей?
Это вообще не ко мне. Я вообще это не рассматриваю. Я вообще не рассматриваю. Кто бы ни пришел. Я вообще ультиматумы здесь не рассматриваю. Слушайте, я ультиматумы от «Газпрома» не рассматриваю, от Лесина. А уж от своих журналистов тем более. Поэтому я сожалею по-прежнему с точки зрения произведения продукта для слушателей. Корзун создавал продукт, Королева создавал продукт, Леся создавала продукт, все создавали проблемы, все журналисты продолжают создавать проблемы, но они создают продукт. Я организатор продаж продукта для слушателей. Я всегда со стороны слушателей, я никогда не со стороны журналистов. Никогда. Между слушателями и журналистами. И я сожалею. Мне жалко. Но у меня продолжают уходить люди, продолжают возвращаться люди через 10 лет. Не, люди, понятно. Но люди? Как? Люди? Ну, если сейчас позвонит Корзун, я скажу, какое время тебе для передачи надо. Если сейчас позвонит Королева, я сделаю то же самое. Три отца-основателя. Да. Один Вы, выбрал другую дорогу. Бунтман, да. И Корзун. Все свободные люди. Для него двери всегда открыты. Он ушел сам. И прийти должен сам. И любой журналист, кто ушел, должен прийти сам. Если хочет. А если не хочет, слушайте, взрослые люди. Другие карьеры. Есть люди, которые ушли из журналистики. Есть люди, которые ушли в блогеры, да, потому что, видите ли, профессия журналистов налагает много обязательств. Ну, это их выбор, что я могу сказать. Я могу сожалеть с точки зрения слушателя. И сожалею. Ну и это все. А что еще могу добавить к этому? Вы долгое время вели программу «Особое мнение». Кто из собеседников, вот из тех, с кем вам там приходилось, был для вас самый тяжелый, душный? Я их всех любила, они были прекрасны. Но, нет, на самом деле, каждый по-своему. Вот тяжелых, душных, я бы не сказала, но бывали просто такие, с которыми ты не знаешь, куда деваться в эфире. Ну вот как Проханов, например. Или Виллер, кстати. Но Проханов, с ним у меня просто была однажды ситуация абсолютно дикая. Расскажите. Абсолютно дикая. Ну, как многие ведущие, не ведущие, а гости особого мнения, он терпеть не мог, когда его прерывали вопросами. Я, честно говоря, не то чтобы прямо очень сильно прерываю, но иногда все-таки нужно задать вопрос. Ну, невозможно, чтобы человек говорил монологом. А он хочет, чтобы его включили и в конце уже выключили. Но нет, но тут сижу я. И я задаю ему один вопрос, он смотрит на меня волком. Я задаю ему второй вопрос, он смотрит еще большим волком. А потом он говорит: знаете что, все это в прямом эфире происходит. Я вот сейчас замолчу и ничего не буду говорить, если вы будете меня прерывать. Я думаю, что это шутка. Задаю еще один вопрос, тут он замолкает. И сидит. Я что-то там читаю с экрана, ну, там Александр Андреевич, ну, молчит. Он промолчал так 2 минуты, а тот, кто бывал в прямом эфире, знает, что это вечность, что это ужас, ужас. Но потом он как-то отмяк, чем-то я его рассмешила, по-моему. В общем, когда я вышла оттуда, значит, он пошел в кабинет к Венедикту, я сказала: налейте мне чего-нибудь. Сказали: водки. Я говорю: нет, чего-нибудь, просто другого, но налейте. Вот, пожалуй, вот такие ситуации были ужасные, а насчет всего остального нет. Мне кажется, что даже там Максим Шевченко, которого считают сложным собеседником, ну да, он входит в раж, там случается такое, но, по крайней мере, он не замолкает. Кто был самый сложный для тебя собеседник? Самый сложный собеседник в особом мнении — это человек, который мне нравится. Я могу, наверное, несколько фамилий назвать, но мне всегда очень-очень-очень тяжело общаться с, вот, в контексте особого мнения с людьми, которые мне приятны. Я потому что не могу это ну, свое, да, субъективное отношение, мне очень сложно его убрать. Оно так или иначе прорывается. Это очень-очень... Ну, кого ты любила? Было очень тяжко и вообще тяжело очень работать с Шендеровичем.
Невозможно просто. Не потому что Шендерович плохой, ну потому что, ну это Шендерович, ну как бы ему не нужен человек в эфире. Ну не нужен. Дайте ему сцену, он выйдет и скажет все. И ты вот, ты будешь спорить с ним, это будет выглядеть искусственно. Ну что, наверное, очень сложно, если, например, там в особое мнение придет человек типа Шевчука. Это же Шевчук перед тобой сидит. Какое, блин, особое мнение? Ты просто вот такой... Пойте. Юрий Геннадьевич, спасибо за все, что вы делаете. Ну вот, вот это очень сложно отключить. Самый тяжелый собеседник для вас в эфире радиостанции. Вот с кем вам в какой-то конкретный эфир или вообще в принципе было всегда сложнее всего разговаривать? Даже не знаю. Мне было очень сложно разговаривать с таким замечательным человеком, как Юрий Петрович Любимов. Почему? Потому что Юрий Петрович, у нас большой друг, как он это любил говорить, вот. Когда у него было плохое настроение, он может на любой вопрос мог сказать, так может рассуждать человек, ничего не понимающий в структуре театра. Ужас. И от этого холодело хуже, чем от Жириновского, криков каких-нибудь, которым ночью можно было сказать, Владимир Вольфович, хватит орать. И когда он влюбился в Сталина вдруг когда-то, он его то любит, то не любит. Вот вдруг влюбился Сталина, и ночью у меня был большой предвыборный эфир. Он, вот Сталин там то-то, то-то, то-то. Я когда ему сказал, вы меня достали с этим Сталином, хватит на меня орать со своим Сталином. Убийца ваш Сталин, мой кровный враг. Хорошо, сказал Владимир Вольфович. Вот когда у тебя неожиданность какая-то, вот бывает, и ты растеряешься вот именно от неожиданности. С одной стороны, я люблю очень сложных собеседников, очень люблю. И сложных, и умных, и хитрых. Ужасно люблю. Я люблю подначивать, кстати, моего вполне большого приятеля Макса Шевченко. Но я его люблю подначивать. Когда он мне говорит, ты как следователь НКВД, я говорю, Макс, я хуже. Почему? И вдруг он все во время новостей говорит, а почему ты сказал, что ты хуже? Что ты такое сказал? Что ты за ерунду сказал? Я его отвлек. Ты что, сталинский следователь НКВД, что ли, за меня говорить выводы? Гораздо. Хуже сталинского, конечно, следователя? Да. Сергей Бунтман хуже сталинского следователя НКВД? Во много, ты просто не знаешь очень много. А ты знаешь очень много. Нет, я так просто я тебе не знаю про меня. Я рад бы не был, если бы нацистская Германия оккупировала. А мне кажется, был бы рад. Когда мне пришел кандидат на выборы в 90-х годах, на выборах мэра Москвы, когда Лужков избирался тогда еще, чуть не первый раз. И приходит человек, и был, ну, кандидат на выборах. Ну, написано, что он там по убеждениям солнцепоклонник. Он садится, говорит, ну вот, я вот к нему, скажите, пожалуйста, вот какова ваша программа там? И мы тогда решили, как вот BBC учит, задавать вот всем кандидатам, будь то на выборах муниципальных, будь то на выборах президентских, задавать одни и те же вопросы каждому кандидату. Как ваша программа вот в области? Прежде чем я расскажу о нашей программе, но прежде всего я должен исполнить гимн Солнцу. И тут умный звукорежиссер Игнатов, он понял, что сейчас будет, и вот так вот и микшеры увел почти совсем, потому что он действительно... И вот голосом оттуда... И он начал вот этот петь, этот гимн. Ну что тут делать? Надо выступить. Так, спасибо. Скажите, пожалуйста, а каковы? Ну, это было, конечно, это была потрясающая совершенно вещь. Самый тяжелый собеседник из тех, с кем вам у меня случалось встречаться в эфире «Эхо меня? Москвы». У вас, да. Майя Михайловна Плесецкая, Галина Вишневская, Надежда Образцова. Я не умею с ними разговаривать, я себя закрыл навсегда, особенно после катастрофы с Майей Михайловной Плесецкой. Расскажите, я не знаю. Которая пришла не в духе, она была не в духе, пришла мрачная, прямой эфир, 40 минут. Мои вопросы кончились на 7-й минуте, потому что она отвечала «да», «нет», «может быть».
это был крантец. И я понял, что такое секундная стрелка, которая стоит. Ну, то есть я как школьный учитель и так это знал, так бывало. Но это было, я вышел, у меня можно было не только рубашку выжимать или майку, я думаю, носки можно было выжимать. Это была чудовищная история. Она имела продолжение, потому что там сидел чемпион мира по шахматам Крамник. Ледяной человек, айсмен. И когда он ее ждал, потому что он увидел, что она вошла в струю, сказал, я подожду. И я потом сел, и они так говорили, я думаю, вот я сука, вот надо было с ней так говорить. Но я не могу, она царица. Это туфельку поцеловать и отползти, понимаешь? Я понял, что я с царицами не разводил. Это какой-нибудь Кондолиза и Райс или Валентина Ивановна и Матвиенко. С политиками. Такой. Да. А это все, просто провальные эфиры. И все. И когда пришла Образцова, я сказал, ребята, и моя смена, ну, есть желающие. За что мне будут убрать, сказал, пусть поет. Как я могу искать, пойте. А если она скажет, нет. Вот это, конечно, была катастрофа. Профессиональная она остается, и это у меня заноза сидит. По-моему, блин, если не ошибаюсь, Александр Андреевич Проханов, по-моему, эту формулу озвучил когда-то, что на самом деле радиостанция «Эхо Москвы» — это даже не столько радиостанция, сколько крупнейшая такая либеральная партия в России. Одна из самых таких влиятельных политических либеральных сил в стране. И иногда, когда смотришь на, ну, особенно в последние годы, на жизнь, ну, по крайней мере, та, которая публична, Алексея Алексеевича Венедиктова, иногда складывается впечатление, что он тоже уже, ну, как не меньше политик, чем журналист. У вас нет такого ощущения? Дело в том, чтобы самое главное, чтобы это не отражалось на редакционной политике. А вот эта публичная деятельность того же самого Алексея Алексеевича во всяких инстанциях, она, да, это завязывание связи, это еще там, всевозможное, это внедренность вот такая вот. Внедрение это. Ну, да, не, но это уже внедренность как результат. Это да, быть фактором и быть понятным еще ко всему. Но при этом говорить, ну, друзья мои, мы же не можем вас учить гонять газ через трубу. Вот простите меня, вот настоящего средства массовой информации принципы вот такие, такие и такие. И что? И вот это еще и установление и доказывание правил, по которым нам необходимо жить. Вот может быть в 96-м году, когда Сережа, может быть, он не хотел, может, ему было скучно, может быть, ему было не так интересно, доказывать что-то. Те вещи, которые, в принципе, доказывать и не надо. А вот мы такие, а вот извините, вы должны понимать. Не должны они ничего понимать. И поэтому эта педагогическая работа Алексея Алексеевича Венедиктова, а эта педагогическая работа, она чрезвычайно важна. Потому что надо объяснить, дать домашнее задание. В конце урока, как нас учили на курсе методики, закрепить материал. Спросить в следующий раз, запомнился ли закрепленный, познакомиться с родителями. Вот, и вот это просто нет и всегда. Чего им объяснять? Надо объяснять. Потому что мне казалось, что вот когда, вот что по отношению к государственным олигархам, что по отношению к негосударственным олигархам. Вот было две очень снобистские позиции, мне кажется. Стабильская позиция номер один, они все сволочи, гады, душители свободы, денежные или слэш-государственные мешки, вот, и мы, как славно, мы умрем. Вторая позиция, они душители свободы, гады, денежные, государственные мешки, что тут поделаешь? Вот вторая. А есть формальная позиция. Формальная позиция заключается в том, будь то Гусинский, между прочим, наш устав был сделан против Гусинского, вот такой талмуд. Извините, вы акционеры, вы наши партнеры. Давайте каждый раз, когда что-то, ваши права и наши права, такие-то, такие-то. И все время вот эту шарманку крутить, как бы это тяжело ни было.
принципиальная разница. Два главных редактора, Корзун и Венедиктов. В чем, на ваш взгляд? Стиль. Стилистика. Стиль общения. Нет, пожалуй, до стилистики. Вот знаете, бывают люди, которые заняты делом, то есть вот прям делом. Есть люди, которые, ну или скажем так, больше заняты делом, чем собой. Есть люди, которые больше заняты собой, но дело при этом делают хорошо. Вот я бы сказала, что разница где-то здесь. В какой момент радиостанция «Эхо Москвы», по вашим ощущениям, превратилась в радио «Венедиктов»? Я думаю, что это было в начале нулевых. Это было под реальной или, может быть, немного наудуманной угрозой закрытия радиостанции, которую Алексей всячески лелеял со всех сторон. Да. Вот эту угрозу он поддерживал. Я помню разговоры с ним, когда я на время возвращался и был генеральным продюсером «Эхо», это как раз где-то там в нулевой первый год. Да. Да, зам главного редактора, там кабинетик мне сделали, заново выгородили где-то там из оставшихся и так далее. Вот тогда лейтмотив всего был, что нам угрожают, нас вот-вот закроют. И под текстом... «Газпром» имеется в виду уже? Сейчас, подождите, когда у нас стал «Газпром»? Не, это позже, по-моему, Гусинский когда уехал. Вот по датам я врать не буду, не помню, это надо смотреть по документам. Ну, неважно, окей. Некая угроза. Да, некая угроза закрытия, да, и под эту угрозу мы должны все сплотиться, мы должны держаться все вместе, никто не должен уходить, все должны следовать одной генеральной линии, если хотите, чтобы мы спаслись. Какой линии? А линии, прописанной главным редактором. По уставу главный редактор решает все. Я тоже, как был главным редактором, я формально и по сути за мной последнее решение. Я мог совещаться, мог не совещаться, но решение принимал сам. Точно так же Алексей Венедиктов, когда стал главным редактором, все решения принимал самостоятельно. Консультировался, да, но вот эти редакционные как бы летучки и встречи, они при всем их обсуждении начали превращаться в такую как бы подготовку решения главного редактора, если хотите. То есть, если говорить прямыми словами, мне кажется, что Леша приходил на эти летучки уже с готовым своим решением, обусловленным там политическими обстоятельствами, там медийными, какими угодно. Вот. И добивался того, что эти решения будут приняты. А что с ним случилось? Пух! А что у нас случилось с Эрдоганом, с Путиным? Если в медийном мире, ну ладно, в медийный не лезу, да? Да, про коллег как бы особо не говорю. Абсолютная власть развращает абсолютно, я это помню всегда. И по себе это чувствовал, когда был главным редактором. И уходил во многом эта абсолютная власть, которая мне была вот в той ситуации дарована, дана. Я уходил от этого. Потому что это портит человека. Знаю по себе. Самый жуткий характер у меня был как раз в 96-м году, когда мне казалось, что меня никто не понимает из работающих рядом со мной, о том, что я знаю истину, но почему-то ее не хотят вот эти окружающие меня, не хотят ее делать. Я ловил себя на этом. Я делал все вплоть до, там, не знаю, мойки окон, чистки туалета, потому что еще их денег не хватало на какие-то хозяйственные вещи, а народ было не поднять. Ну, в общем, я делал какие-то дикие совершенно вещи, которые занимали весь мой мозг. И вот это ощущение того, что я один, а все остальные вокруг тебя не понимают, и их надо как овец вести за собой, как пастырь. Я понял, что я могу просто потерять свой характер и самого себя. Я все-таки спрошу, вот если за все это время, вот с 94 года и по сегодняшний день, когда вы все-таки там иногда включаете, чтобы проверить, изменилось что-то или нет, и все-таки вот три ваших
любимых программы на «Эхо», кроме «Говорим по-русски» новостей, которые вам, ну, были, вам были интересны, вам это нравилось, вам были там какие-то приятные там, чувства с этим связаны? Вот ну, три программы. Коль, я же не слушатель. Вот точно так же, вот поверите вы или нет, когда я скажу вам, что когда я пришла стажироваться на «Эхо Москвы» в 1994 году, я не была слушателем «Эхо Москвы». Я пришла туда работать. Да, точно так же, нет ни одной программы, которой я могла бы быть слушателем. Ну, просто потому, что, наверное, человек, который работает на радио, он все равно слушает это все другим ухом. Он как бы, он должен разъять уже это все, там ему будет многое не нравиться, он будет, отбивка не та, ну что за фигня, что за голос, да, все-таки. Я не могу быть таким наивным слушателем радио. В этом смысле нет, но вот что могу сказать, новости. Любимые новости, новости. Если я что-то и включаю прицельно, то есть, допустим, если все-таки мне нужно что-то включить и быстренько там послушать, я пойму, что все-таки они держат эту рамку, они держат планку. То есть я по первым строкам я пойму, что сейчас произошло. Это очень важно, потому что, ну, как бы вот этот контур, он уже размыт повсеместно. А там новостная служба это держит. Но я фанат, вы уже поняли. Три программы на «Эхе», которые ты ценишь и ставишь выше всего для себя. «Утренний разворот». Который ведете вы, Станя. Его ведем не только мы, его ведут еще две пары. Я их активно не столько слушаю, иногда слушаю в машине, а чаще смотрю по Ютубу. Мне интересно, как развивается Ютуб. «Суть событий» с Сергеем Пархоменко. Как не может показаться это странным. Наверное, я тут все могу там перечислить и Латынину, Белковскую, кого угодно. Они какие-то такие хребетообразующие какого-то такого плана. На сегодняшний день три передачи на «Эхе», которые ты ценишь больше всего. «Утренний разворот» Саши Плющевым и Тани Фельгенгауэр. Я постоянный слушатель этого шоу, поэтому тоже ставлю плющик. Я очень люблю это шоу, правда. Я ставлю его вообще во главу всей своей жизни. Я люблю очень программу «Статус» Екатерины Михайловны Шульман и всегда слушаю. Мне нравятся исторические передачи на «Эхе». Вот которые Сергей Александрович Бунтман делает. Да, и Алексей Кузнецов. Хороший вопрос. Я вспомнил, наверное, о том, что было в самом начале. Да, наверное, это «Вечерний зоопарк» Василий Стрельников и Гриша Кричевский. Это, наверное, более позднее, до сих пор люблю. Это что-то все не про серьезные программы. «Радио Детали» Коли Александрова. Который сейчас пародийная. Да. Да, на пару с Антоном Орехом они, по-моему, делают, да, Коля Александров. «Бомонд» Матвея Гонопольского очень мне нравился в самом начале, когда еще в телевизионной его версии. Нравилось до последнего времени, но все изживает себя, как эта программа с пародийная по четвергам или по пятницам иногда включаю, но сейчас уже менее интересная, где три кейс. Три моих любимых программы. Сейчас я вам скажу. Вот уже 30 лет «Бетловский час». Когда я возвращался с футбольного клуба, это всегда наслаждение ехать домой. Я ехал ровно весь «Бетловский час» домой. Это далеко ехать. Из того, что я слушаю «Один Быкова», самый любимый, «Один Быкова», это значит, что я их буду слушать всегда. Шульман. Потрясающий. Вот этот самый шульмановский, абсолютно направо-налево ликбез, все понятно. Изумительный, умный, эрудированный, прекрасный. Наверное, вот это мои любимые программы. А у меня всегда новые программы любимые. Сейчас, здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Это программа «Изнанка», которую делает Алексей Нарышкин. Мы украли идею у кого-то, даже не помню у кого. Причем в интернете он берет представителя профессии анонимно. И тот рассказывает, как дальнобойщик рассказывает, каково ссать в 50-градусный мороз на трассе. Вот такие вещи вот рассказывает. Берет хирурга, да,
и говорит о потерях. Ну, берет там, я не знаю, пивовара о профессиях, анонимно, это не реклама, это, конечно, фантастическая программа, которую я пытаюсь не пропускать. Я считаю, что радийно-ютубная программа «Мой район», которую Сережа Бунтман делает, ну, это вообще, это нечто, это нечто. Это эстетство для меня, но это вот для отдыха, если чего вы хотите. Если я не говорю про свои программы, да, про программы коллег. Это, конечно, вот все, что требуется. Ну и, пожалуй, если говорить еще об одной программе, я по-прежнему люблю кейс с Кабаладзе и Юликом Гусманом, когда берутся судебные дела этой недели, и эти два джентльмена их разбирают, похохатывая и издеваясь над... Ну, знаменитые дела, да? Вот, пожалуй, так. Ну, а так новости. Ну, меня бесконечно веселит Белковский, который разговаривает сам с собой. Вот если есть программа, где человек вот смотрит в зеркало, разговаривает сам с собой. Это вот Белковский. То есть я даже вижу, как это происходит. А у меня, конечно, фантастически идет детская площадка. Я фанат этой программы. Вы знаете, что... Знаю. Первое место в Москве. Первое место в Москве. Да. Все радиостанции положены. Да. Музыкальные, разговорные. Блин, да. Просто положены. Вот. И вы будете смеяться. Я очень люблю литературное чтение, которое читает Сережа Бунт. Но это для отдыха. А когда мы производим... Для меня главное производство – это нахождение авторов, героев авторов. Вот, я в свое время увидел Шульман, когда он только еще писала. Я увидел Владимира Пастухова, когда еще только писал. Да, Пастухов вот, фантастический, мне так конечно, нравится. Конечно. Такая вот, ясность мышления. Да. Мне привели Григория Юдина, который, ну, профессор, или профессор. Я его знаю, да? Да. Но вот это, конечно, всегда наслаждение, когда ты находишь нового гостя, которому ты готов предложить постоянную рубрику, постоянную программу. Вот ты понимаешь, что твоей аудитории человек нужен раз в неделю, как минимум. Да? Вот я занимаюсь этим, потому что радио, оно же как машина, оно едет себе и едет. Оно там меня, я вот когда в прошлом году попал в больницу, там 3 недели что-то меня не было, едет и едет. А вот новое, да, вот смазкой занимается Бунтман и Варфоломеев, а вот новое, новую деталь в это встроить, приделать этому трактору крылья, вот это уже моя работа. Поэтому у меня главная работа – это не общение с этим, да, приделать трактору крылья. Трактор должен летать, уже пора уже летать. Уже. За последние 10 лет, на твой взгляд, три самых важных для тебя голоса человека, которые вот работали на радиостанции? Ну, куда деваться от Венедиктова, он супер влиятельный, он с большим отрывом будет здесь лидировать. Вот. И кто бы что ни говорил, даже если у этих людей плохие отношения с Венедиктовым, у меня, как мне кажется, хорошие, вот, он для них, конечно же, будет супер влиятельным и супер важным, супер значимым, даже они, если они его терпеть не могут. Конечно же, Таня Фельгенгауэр. Вот моя коллега, с которой мы спина к спине ведем, значит, утренний разворот, или плечом к плечу, или бок о бок, или лоб в лоб, я не знаю, как угодно. Вот, ну и, конечно, Майкл Наки, который, и, может быть, не такой публичный, не такой известный, и отрыв у него от Венедиктова гигантский в этом смысле, но, тем не менее, Майкл – это надежда. Майкл – это надежда, в том числе и в, так сказать, русской журналистике, в смысле публичной, да, в смысле, я не имею в виду расследовательской, но это настоящая, нашей не настоящей журналистики. Вот нашей такой шоу-журналистики, я считаю, что Майкл, он олицетворяет собой вот это поколение умненьких очень, очень нагленьких таких, очень много о себе думающих, но тем не менее невероятно каких-то обнадеживающих и светлых людей, я бы так сказал. Вот, поэтому я назвал бы. Три твоих топ-ведущих, три голоса, которые работали здесь, вообще три человека в эфире, которые для тебя, значит, лично тебе больше всего нравятся или дороги больше всего? Плющев. Орех. Воробьёва.
три главных потери для «Эхо» за последние там 20 лет из тех, кто просто ушел с радиостанции, уволился, на твой взгляд? У нас было много коллег, и Оксана Чиж ушла, она вела эфир, ушла на BBC. И очень много кто ушел на RTVI, там Андрей Чижов, Ежов, Андрей Ежов или Даша Печкова. Довольно много было. Я называю, может быть, не самых главных звезд, но в том и дело, что они были надеждой. Вот. Когда уходит надежда, мне кажется, страшнее, чем когда уходит звезда. Ну, тут глупо, например, не упомянуть там Сергея Доренко, да, который у нас тут зажег невероятно. Вот. И надо сказать, вот эта энергия, которую он тут вдохнул, она где-то по коридорам-то до сих пор, да, отражается. При том, что отношение к нему и здесь было довольно разным. Ну, в смысле, некоторые не приветствовали его приход? Ну, как не то, чтобы не... Нет, я не об этом говорю. О том, что там, условно говоря, вообще «Эхо» такой, всегда был такой океан любви, в котором ты купаешься, несмотря на то, что Венедиктов может орать, бегать или еще что-то, все равно это очень большой заряд очень позитивной энергии. Когда иногда здесь встречаются какие-то элементы, которые рассматривают это как какое-то временное, при этом они могут быть очень талантливыми. И это было с Сергеем Леонидовичем Дарьевым, когда очевидно. Вот, он пришел перекантоваться. Но он, когда пришел, тут было очень смешно, я был на информационной смене, и он ходил и раздарил всем книги. И ко мне кто-то зашел в информацию туда и говорит: «Плющев, я тебе уже подарил Доренко книгу?» И я говорю: «Нет». А он ходит по коридорам и хочет со всеми дружить. И пришел Сергей Леонидович, подарил книги. Не, поначалу очень... А что за книги дарил? Он книжку свою дарил, 2008, да, я ее прочитал, это хорошая, кстати. Вот. И, значит, поначалу он был какой-то очень радушный, вот, а потом Сергей Леонидович, ну, то есть это как вот, у него есть такая дистанция, типа, я звезда, это мой эфир, вот, вы все здесь, значит, как-то. Ну, может быть, он имел на это право, я не знаю, ну, как бы, кто он и кто я. Майкл тоже большая потеря, конечно, для «Эхо Москвы», мне кажется. На твой взгляд, три самые такие болезненные, ощутимые потери для «Эхо» из тех, кто ушел? Михаил Лобковский. Неожиданно. О, у него была потрясающая программа. Потрясающая. Мне очень жаль. О чем ушел, кстати? Я, если честно, не знаю. Там, я знаю точно, что это было связано с новым законодательством о СМИ, с возрастными ограничениями. А, понятно. Сева Бойко и Оксана Чиж. Сева Бойко, ведущий новостей. И ведущий эфира. Ведущий эфира. Они с Оксаной вели вместе эфир. Да. Ну, это за одного считаем вместе Ну, можем посчитать за одного, потому что они вместе работали в эфире и примерно одновременно ушли. А они чего ушли? Сева пошел работать на русскую службу BBC. Я знаю, что ему нужны были командировки, он очень хотел ездить. А Оксана Чиж? На «Эхе» было мало командировок. Оксана, ну, просто так вот, ну, люди развиваются, она захотела тоже попробовать какую-то другую журналистику. Да, это нормально. Этот человек не ушел с радиостанции, но он больше не звучит в эфире. Так. И мне очень жаль, что «Утренний разворот» больше не ведет Владимир Варфоломеев. Он по-прежнему первый заместитель, отвечает за новости. И он глава службы информации. Но с ним было интереснее всего конкурировать в плане утреннего эфира. За последние 10 лет три главных потери кадровых для «Эхо». Ну, что главных? Для вас. Для меня главные потери – это люди, с которыми я связан был дружескими узами. И вы их уже назвали. Да. А Корзун, если профессионально, вот вы считаете... Это не важно, это то же самое. Потому для что эфира. Потери, Корзун, Королёва и Рябцева. И все в один год. 15-й год. Но каждая потеря... Поверьте мне, как школьному учителю, когда дети уходят, каждый класс, каждый ученик, это вот какое-то время у тебя зудит. Это всегда потеря. Вот всегда. Поэтому любой уход, когда приходит человек и говорит там... Я ухожу. А так внутри все обрывается, но я никогда не предлагаю остаться. Взрослые люди.
Кто после Венедиктова? Нет Венедиктова, нет «Эхо Москвы». Ну, я не знаю, честно говоря. Но, может быть, Венедиктов-младший? Кто после Венедиктова? Да хоть кто, это не важно. Просто, ну, не будет... Это будет другая радиостанция. В любом случае? Да, в любом случае. Это будет хорошая радиостанция, плохая, неважно, просто другая будет. Ну вы себе навсегда, наверняка же все-таки внутри себя какой-то задаете этот вопрос периодически. Кто после Венедиктова? Кто после вас? Значит, я знаю ответ на этот вопрос. После меня эхо будет другое, поэтому без это сомнения. Не имеет значения. Потому что эхо во многом это отражение моих капризов. И моих компромиссов. Но моих со мной. Поэтому что тут гадать? Понятно, что те люди, которых я поднимаю и учу управлению, они в первом круге. Если вот там завтра настигнет что-то, что заставит меня уйти, вот понятно, что выбирать будут журналисты, и понятно, что я как главный редактор, когда я уйду с эхо, я уйду и как журналист, это должно быть понятно. Ну, если только дома делать какую-нибудь реплику, чтобы никого не видеть и не мешать. Но понятно, что мы это обсудим здесь и постараемся прийти к единству. Я думаю, что это будет человек, который моложе меня и Сережи, и Володи лет на 25-30. Потому что мы уже так глубоко, что предложить обновление мы можем только под ударами более молодых ребят. Ой, ну смотрите, ну, гениально, сейчас. Можно в прямой эфир выпускать чувство времени. Да, спасибо вам огромное. Конопольский, твоя главная травма, давайте поговорим об этом. Давайте вспомним. Спасибо тебе. В живом журнале, не побоюсь этого слова, но это еще начало, вот там 2000 какие-то там. Я написал, что Соловьев проигрывает нам по рейтингам. И кто-то ему, видимо, из добрых людей послал скриншотик. И он мне показался дня три. И мы решили третий день, когда он не успокаивался, это записать, то, что он говорит, нарезать на сэмплы. Один из сэмплов был, я как сейчас помню, маленький, толстенький диджей Плющев. Это сейчас он зовет меня жирным пингвином, а тогда... Пингвином, да. Тогда у него был маленький, толстенький... Все, пошли потихонечку. Ну и, пожалуй, все. Спросите, когда последний раз включал эхо, отвечу давно. Давно? И по-прежнему это же ваш голос звучит перед каждой, ну, отбивкой новостной. Да, да, заставки мои. Мой голос только на 20 лет моложе. Спасибо вам огромное. Все, спасибо. Спасибо.